Привет. Привет. Я тебя поздравляю. И я тебя. А с чем? Сегодня ровно 2 месяца со дня нашего знакомства. Ух ты. Лили, ну это надо отпраздновать. Пап! Знаешь что, давай-ка мы... Что случилось, папа, Игорь? Папа! Папочка, что с тобой? Господи, Горяш, что такое? Что с тобой? У тебя все хорошо? Испугался. Ну, конечно. Все в порядке. Просто папе стало нехорошо. А девушка пыталась помочь, да? Ага. Спасибо вам, девушка. Мне? Вам, конечно. Спасибо вам большое. За отзывчивость спасибо. Мы тебя искали. Ну что, как себя чувствуешь? Нормально. Может, скорую вызвать? Не надо. Пойдем-ка лучше домой, а? Пойдем, ты сможешь идти? Пап. Да. Ну, пойдем. Все. Аккуратненько. Давай руку. Мы так испугались. А вы как здесь оказались-то? Ну, мы решили тебя с работы встретить. А тут видишь, как вовремя получилось. Да, вовремя. Очень испугались за тебя, Игорь. Да, мне уже лучше. Пап, давай на площадке поиграем. Ну что, прям так упал? Представляешь? Ну, Игорек, ну артист. Ну ты, Лилька, не переживай, мы его вмиг с женой разведем. Нет? Ну, может, и правильно. Любовница-то оно спокойнее. Да ты что, не буду я с женатым встречаться. У него сын, ребенок, понимаешь? Ой, не ты первая, не ты последняя. Нет уж. Я знаю, каково это, когда отец в другую семью уходит. О себе подумай. Вон вторая жена твоего отца. Вовремя подсуетилась, теперь как сыр в масле. А ты где с матерью, со своим благородством? Одна в такси, другая в ЗАГСе. Все равно это неправильно. И вообще у меня уже смена закончилась. Такси «Автогон» 123. Довезем на 1-2-3. Диспетчер Катерина, слушаю вас. Да, записываю. Улица Пролетарская, 42, подъезд 1. Мам, привет! Ой, привет, доченька моя хорошая, моя красавица. Как день? Давай помогу. Да, тоска. На работе сплошные отчеты. А, представляешь, власти решили наш парк снести. Ну, представляешь, обнаглели совсем. В общем, готовим петицию. Угу. Нет, ну ты посмотри на него опять, а? Да сколько ж можно ему говорить, а? Уважаемые, сколько можно объяснять, что газон не место для парковки? И? Ну что и? Уберите, пожалуйста, машину. Потрудитесь, точнее, убрать, пожалуйста, машину. Ну что такое? Ну мне просто придется сейчас ГАИ вызвать. Удачи. Вы, наверное, не знаете, что административный штраф предусмотрен 5000 рублей. А если машина зарегистрирована на компанию, так вообще все 300 тысяч рублей. Вы готовы расстаться с такими деньгами? Зараза. Yes.
Олег Семенов, владелец сети торгово-развлекательных центров «Семейный», удостоен звания «Предприниматель года». Поддержать известного в городе бизнесмена пришли жена Карина и дочь Ева. Да выключи это. Противно смотреть. Ну зачем ты так? Он все-таки мой отец. Отец. Он сделал свой выбор. И ушел от нас. Насколько я помню, выбор сделала ты. Выгнала его, узнав о Карине. Я не об этом. Он не помог тебе, когда ты особенно в этом нуждалась. Помнишь? Это, по-твоему, отец? Сестра, ну подсуну, она точно поможет. Лиль! Лиль, привет! Мы шли в кино, а его скрутило. Помоги, а! Иди ложись. Так. Здесь больно? Да. А вот так? Да, так тоже. Да? Но это не аппендицит. Выпей воды. Я воспаления не вижу, но тебя надо врачу показать. К врачу не надо. Нет, не надо его к врачу, Лёшка. Тебе же лучше, да? Да. Вот, ему лучше, что и требовалось доказать. Ну все, спасибо. Мы пойдем. До свидания. Да. Чао, Лин. Девять. Ева! Ребята, верните лекарство! Это подсудное дело! Да ничего я не брала на твоей идиотской работе. Значит, друзья твои больше некому. Да все ты врешь, сама взяла, на нас сваливаешь, воровка. Да как ты смеешь? Олег, твоя дочь взбесилась совсем. Что здесь происходит? Место на нарах. Да я не хотела. Успокойся. Девочка, солнышко, не плачь. Сейчас домой поеду. Девочка, ну что? Я твои любимые пирожные купила. Успокойся. И не стыдно тебе свою вину на ребенка сваливать? Это низко. Лиль, ну, в самом деле, я не ожидал от тебя такого. Надо как-то научиться отвечать за свои поступки. Семенов Олег Евгеньевич. Да. Распишитесь. Успокойся, Катя. Успокойся. Где? Здесь. Успокойся. Ага. Успокойся. Вы можете идти. Ева Олеговна свободна. Спасибо. Пойдем домой. Гражданка Семенова, Лилия Олеговна, пройдите в третий кабинет для дачи показаний. Суд установил, что Семенова Лилия Олеговна, будучи дежурной медсестрой, оставила открытым сейф, в котором находились сильнодействующие вещества. Халатность подсудимой повлекла хищение препарата неустановленными лицами. Суд постановил признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 228, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 6 месяцев. Итак, удержать на плаву нас сможет только строительство нового торгового центра. Кстати, я всех поздравляю. Мы обошли конкурентов на аукционе. Зеленая зона, центр города. Лучше места для строительства не найти. Ну, надеюсь, формальности улажены. Заминка вышла, Олег Евгеньевич. Возбудилась общественность, и мэрия отказывается подписывать договор, пока шум не уляжется. Костя, учись решать проблемы. Это твоя работа. Нам договор с мэрией жизненно необходим. Если мэрия требует тишины, уймите активистов. Но... Никаких «но» я слышать не хочу. Меньше разговоров, больше дела. Действуйте. И подключите юриста. Угу. Ева. Мне нужны публикации в прессе. Мы не губим парк, а делаем город удобным для жизни. Люди хотят магазины, кафе, рестораны в шаговой доступности. Надеюсь, всем все понятно. Да. Тогда за работу. Хорошо, Олег Евгеньевич. Наташа, зайдешь ко мне попозже? Да, конечно, сейчас зайду. Пока.
отчет с собой возьму, как раз с утра его закончу. Привет, Степан. Чем порадуешь? Ты должен был заехать. Результаты обследования давно готовы. Это все не шутки. Ну, прости, Степ. Замотался. Дела горят. Как говорится, вопрос жизни и смерти. Как только, так сразу. Обещаю. Это у меня вопрос жизни и смерти. Твоей жизни и твоей же предполагаемой смерти. Так что прошу тебя, Олег, найди время. Хорошо, договорились. Ну что, мы на кардио пойдем или только в тренажерку? Тренажерку. Я после тренировки с твоим отцом хочу поговорить. Без шансов, он опять до ночи в офисе проторчит. Но он же мужчина. Должен для нас с тобой мамонта добывать. Я не мужчина. А меня он тоже заставляет добывать мамонта. Ева то, Ева сё. Ева, собери журналистов, Ева, сделай публикации. Ну, зайка моя, это твоя работа. Глупая работа. Тоска. И журналисты эти, нищеброды тупые. Кстати, очень интересно, сколько еще я буду прозябать в этом пиар-отделе. Папа считает, что ты должна набраться опыта. Папа считает, что я раб на плантации. Хорошо. Но я поговорю с ним. Что-нибудь придумаем. Ну, я надеюсь. А то я на эту нищенскую зарплату ничего не могу себе позволить. Ева! Подожди! Ну, представь себе! У Марины Васнецовой на следующей неделе день рождения. А я что, как какая-то лохушка, пойду с дешевым подарком? Нет. А деньги закончились. Кстати, ей не подкинешь? А я свои тоже потратила. Ну вот. Не переживай, найду я тебе деньги. Ну, разве нам с тобой отец откажет? Ну? Дочь, давай быстрее, я опаздываю на работу. Мам, не переживай, я тебя подвезу, не опоздаешь. Ой, не нравится мне твоя колымага. Ее давно уже пора менять на современную. Представляешь, какое чудовищное количество вредных веществ она выбрасывает в атмосферу. Мам, мы стиралку купить не можем, а ты про машину говоришь. Дожили. Родного мужа карауль на улице. Ты чего так долго? Ну, ты же знаешь, работа. У меня всего 5 минут свободных. А я как раз о работе. Тебе не кажется, что Евочку давно пора повысить? А то дочь генерального директора и простой пиар-менеджер. Ну, не знаю, Карин. Ну, не замечал у нее инициативы и большого интереса к работе. Ну, может быть, это потому, что ты не даешь ей развиваться? Давишь своим авторитетом? Да брось ты. Каким авторитетом? Своим. Непререкаемо. Ну, ты же знаешь, что мой непререкаемый авторитет заканчивается там, где начинается моя семья. Потому что мы твои любимые девочки. И все-таки, Олеж, девочке нужно развитие. Ну, хорошо. Хорошо. Есть мысли о расширении. Ну, появятся новые возможности. Вот и хорошо. Кстати, мы тут решили пожертвовать на благотворительность, а денег совсем не осталось. Ну, я же тебе недавно перечислила на карту. Потратила. Ты моя хорошая. Так, пин-код? Помню. Олеговна, есть минутка? Попросить хотел. Антоха к тебе заглянет, я ему машину чинил. Надо, чтобы он в документах расписался, я потом зайду, заберу. Подсобишь? Ну, конечно. Конечно, Вячеслав Львович. А как ваши суставы? Лекарство помогло? Да не то слово. На 20 лет помолодел. Ведьме своей на даче все грядки перекопал. К ревматологу записались? Да зачем? Ты ж лучше всех врачей. Ну, надо записаться, он анализы назначит. Ваша артралгия может быть вызвана совершенно разными заболеваниями, нужно пройти обследование. Да понимаю, понимаю. Я запишусь. А ты, если ласточка твоя забарахлит, обращайся, вмиг поправим. Спасибо. Счастливо вам. До свидания. До свидания. Вот слушаю тебя, не понимаю. С твоими-то мозгами давно бы институт закончить, да главврачом работать. Так уж и главврачом. А то бы не смогла.
Ты вон все медицинские учебники перечитала. Этот самый Герострат. Может, Гиппократ? Да без разницы. Гений ты, в общем. Кто ж меня в больницу на работу возьмет после всего? А здесь я чувствую себя нужной. Угу. Ты сама-то хоть в это веришь? Слушаю тебя. Нет, Игорь, мы с тобой встречаться не будем. Никогда. Нам нечего обсуждать. Не звони мне больше. Ох, Лелика. Вот вроде умная девка, а не понимаешь? В любви каждый сам за себя. Чего тебе эта его жена? Ты ее даже не знаешь. Тебе легко говорить. Ты своего Васеньку ни у кого не уводила. Да? Скажи это его мамаше. Она мне до сих пор вспоминает, что он мог жениться на дочери ее подруги. Мог, не считается. И вообще, Катька, не трави мне душ. Привет, любимая. Горло не заболит? Не-а. Привет. Принесла? Ну, мам. Еле вытащила из отца. Пришлось соврать. Ну что, вытащила же? Послушай меня очень внимательно. Я уломала твоего отца дать тебе повышение. Так что не щелкай клювом, а действуй. Ну зачем? Я скоро выйду замуж. Начну вести приятную светскую жизнь. Магазины, салоны, приемы, фитнес-центры. Ты и сейчас ведешь такую жизнь. А следовало бы подумать о будущем. Улучшить образование, учиться руководить компанией. Но это же так скучно. Это заблуждение, что мужчины любят дурочек. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, нужно вникать в дела. Хотя бы для того, чтобы при разводе не остаться без копейки. Но Витя со мной так не поступит, он меня любит. Никогда нельзя быть ни в чем уверенной на 100%. Мам, сколько можно? Постоянно читаешь мне нотации. Ева, котенок, ну не дуйся. Ну, ты же знаешь, что я это все говорю, потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Ну, Ева. Ладно, я обещаю подумать. Не переживай, все будет круто. Помнишь, я тебе рассказывала, что собираются власти снести наш парк? Угу. Представляешь, они там хотят торговый центр построить. Вообще, как будто у нас рядом нет магазинов. Обнаглели в конец. В общем, мы готовимся к пикету. Угу. Вот они идут, не торопятся. Всех на уши поставили. Что случилось? Они еще спрашивают. Из-за вас воду во всем подъезде отключили. Я домой пришел, у меня все плавает. Стиралка! Вот нужно было тебе вспомнить эту злочастную стиралку. Вот что теперь делать? Этот упырь точно потребует компенсации. Он же меня ненавидит. Да, ты столько раз его с газона сгоняла. И что? Не жалею об этом. Газон не место для парковки. О! Точно он! Легок на помине. Короче, я тут смету подготовил. Стены, потолки, полы. Это же грабеж. 106 074 копейки. Не грабеж, а возмещение ущерба. У меня и чеки имеются. Если надо, в суде предъявлю. Я недавно у себя в квартире ремонт закончил. Но у нас действительно нет таких денег. Вы можете дать нам время, мы вам вернем, честное слово. Может быть, и мог. Но не хочу. Как вы к нам, так и мы к вам. Я же говорил, это упырь. Че? Короче, чтоб через 2 недели деньги были, не позже. Мам, ну ты чего? Че, мам? Где деньги брать будем? Thank you.
пиццерии. Приходите в новую пиццерию. Здравствуйте. Спасибо, до свидания. Пиццерия, приходите в новую пиццерию. Пиццерия, приходите в новую... Ничего. Пиццерия, приходите в новую пиццерию. Привет. Привет. Это невыносимо. Похоже, мне до пенсии не найти нормальную подработку. Поищи по специальности. Не может быть, чтобы твои мозги-то никому не пригодились. Мне тоже американо, можно? Я уже 100 раз пробовала. Одни говорят, что за 8 лет я растеряла квалификацию. А другие чего? А другие вспоминают историю с пропавшими таблетками, словно судимость, и смотрят на меня, как на рецидивиста. Да, дела. Нет в этом мире справедливости. Особенно, если ты человек с совестью. Лилька, я гений! Я знаю, где взять денег! Ограбить банк или выйти замуж за миллионера? Ну, за миллионера не обязательно. Можно просто за нормального мужика, который будет тебя любить и решать все твои проблемы. Тогда за Костика. Он меня со школы любит. Здрасте, баба Настя. Вспомнила бы еще детсад, с кем ты рядом на горшке сидела. Слушай, я не об этом. А о чем? Значит так, в свое дежурство я отправляю клиентов не к нашим ребятам, а к тебе. А ты себе такая таксуешь и зарабатываешь денежки. Схема безотказная. Но это нечестно. Да перестань. Это же временно, пока ты долг не отдашь. А потом, поверь мне, ничего не произойдет, если ты доставишь по месту назначения пару пассажиров. Может, и не произойдет, но сам факт. Ничего не значит. Для меня значит. У тебя что, много вариантов? Нет, но... Завтра выходишь на заявки. И никаких «но». Да-да. О, Вить, давно не виделись. Здравствуй, Олег Евгеньевич. Ты к Еве? К ней. Хотя с вами поговорить тоже не помешает. Что случилось? Не, ничего не случилось, все в порядке. Но тут дело такое, мне логист нужен. Ищу толкового человека с организаторскими способностями. Может быть, есть у вас кто-то на примете? Ну, так сразу не скажу, тут подумать надо. Но иметь в виду буду. Отлично, спасибо, Олег Евгеньевич. Ну, вы знаете, что мы сами и обучим, и зарплату хорошую дадим. Главное, чтобы человек был ответственный и быстрое решение принимал. Найдем у тебя человечка, не переживай. Слушай, мне ехать надо. Мне тут зеленые обложили. Сосвету жить хотят. Побегу. Все, все, не задерживаю. Как покупки? Сумка мечты просто. Смотри. Марина с ума от счастья сойдет. Ты. Я тоже уже ей завидую. Балуешь ты ее? Да ладно. Пусть знает, кто дарит самые крутые подарки. Хотя, конечно, дороговато вышло. Лучше бы себе наряд купила. Так в том-то и дело, что мне тоже нужно новое платье. Не в прошлогодних же обносках ходить. Да я сама тебе не позволю. Ты ведь не карте платила, наличные снимала? Ну, естественно. Я же не первый день на свете живу. Умничка. Вот и не переживай. Будет тебе платье. Мы же с тобой благотворительностью занялись. А это удовольствие недешевое. А где ты машину оставила? Там, за углом, около кафе. Так, может, на кофе заскочим? Так, дочь, тебе надо на работу. Ты повышение хочешь или нет? Ну, ладно. Уговорила.
Да, Кать. Ну что, таксистка, готова? Ой, не знаю, это какая-то авантюра. Меня все колотит, Кать. Не трясись, все будет the best. Ну, скажешь тоже. Идет все. Давай, удачи, подруга. Здравствуйте, куда едем? Здравствуйте. Тенистый проезд, дом 8. Ну что здесь, Кость? Митингуют, как видите. Я вас прессой? Нет, Олег Евгеньевич, я ее сегодня не видел. Я полицию вызвал, на всякий случай. Сами справимся. Олег Евгеньевич, может, не нужно? Давайте дождемся полиции. Не суетись, Костя, не суетись. Опа! Вот это поворот. Ольга Юрьевна. Добрый день! Добрый день, господа! Я так же, как и вы, мечтаю, чтобы наш родной город становился лучше, краше, удобнее. Тоже мне благодетель выискался. Жителям этого района необходим торговый центр. Прежде всего, это новые рабочие места. Здесь появятся хорошие магазины, а кинотеатр морально устарел. Сюда можно будет прийти всей семьей, сделать покупки в магазинах, посмотреть хороший фильм. Ну, в конце концов, вечером поужинать в ресторане. Неужели вы откажете людям в такой малости? И все это за счет территории парка. За счет здоровья людей. И это в городе, в котором каждое дерево на счету. Что, я неправильно? Правильно, правильно. Чем будут дышать наши дети? Где они будут кататься на велосипедах? Где они будут играть? Хотите нам помочь? Да, пожалуйста, отремонтируйте кинотеатр. Арендуйте помещение под магазин в соседнем доме. Но нет, вам этого не надо. Вы же, прикрываясь заботой о людях, что, стремитесь к наживе? Такие, как вы паразиты на теле нашего общества. Паразиты! 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 Снимай, снимай! Это же бомба! Приехали, с вас 210 рублей. А, ща. Куда? Лилька, тут такое, твою мамашу только что замели. Что? Ольгу Юрьевну полиция повязала, все новости только об этом. Посмотри телефон, я тебе ссылку скинула. Пусть это будет страшным сном, пусть это будет страшным сном. Протестующие против строительства торгово-развлекательного центра были отправлены в отделение полиции. Бизнесмен Олег Семенов отделался легкими телесными повреждениями. Невероятно. Это вы о вашем муже? Опять это полоумная. Как же надоело. Ничего, я разберусь. Мне не впервой. Что-что, вакуум? Осторожно, порезала меня. Но я же... Ты должна заниматься своей работой, а не совать свой нос в чужие дела. Аккуратней давай. Поехали вызволять маму. Да, пап? Ева! Ну, наконец-то. Почему тебя не было на пикете? Вся пресса собралась. И где публикации, которые ты должна была подготовить? Пап, не горячись, а. Журналисты говорят о незаконной застройке. Ты вообще хоть что-нибудь сделала, чтобы мы не выглядели захватчиками? Слушай, пап, ты меня извини, я сейчас не очень могу говорить, но я как раз с журналистами этот вопрос решаю. Ева! Вот размер, который вы просили, а вот эта блузка отлично подойдет к этим брюкам. Отложите, пожалуйста. Да как ты можешь? Завтра с утра, чтобы отчет по всем публикациям был у меня в офисе! Алло? Пап? Здорово.
программу и запиши. Товарищ полицейский, ну пожалуйста. Сколько можно повторять? Налицо хулиганство, нанесение телесных повреждений. Она не только бизнесмена избила, она и наших бойцов покалечила. Как? А вот так. Двоих расцарапала до крови. Нужно прививку от столбняка сделать. Ага. Лучше от бешенства. Девушка, в самом деле, идите домой. По закону мы имеем полное право задержать ее на двое суток. А там как пойдет. Куда пойдет? Хорошо, что можно сделать, чтобы ее выпустили сегодня? Потерпевший должен написать заявление, что не имеет претензий к задержанной гражданке. Отлично. Смеетесь? Он вас и слушать не станет. Станет, он мой отец. Алло? Алло? Здравствуйте, я могу поговорить с Олегом Евгеньевичем? Здесь такого нет. Извините. Гражданка Семенова, получите личные вещи. Спасибо. Это вы потерпевшему скажите. А то сели бы за причинение легких телесных. Спасибо, Олег Евгеньевич. Благодетель вы наш. Спасибо за все. Что в лагерях не сгноили и по этапу не пустили. Сейчас ничего не упустила. Оль, Ну, зачем ты так? Чего тебе? Карина, здравствуйте. Мне нужно поговорить с отцом. Алло, Карина, вы меня слышите? Прекрасно слышу и даже вижу. Олега Евгеньевича для тебя нет дома. Никогда. И вы с матерью нас обяжете, если больше не станете его беспокоить. Но, понимаете... Я что-то непонятное сказала? Вам мало этой грязной истории? Теперь решили развалить нам бизнес? Олег Евгеньевич не желает с вами общаться. Но это действительно важно. Иди-ка ты отсюда. И мамашу свою полоумную прихвати. И не смейте сюда больше возвращаться. Алло. Олег Евгеньевич, не отвлекаю? Не отвлекаете, Александр Борисович. Здравствуйте. Как глаз? Спасибо. Вашими молитвами. Чудненько. Теперь к делу. Ты зачем ситуацию до митинга довел? Мэру не нравится вся эта шумиха. Я все решу. Надеюсь. А то ведь результат аукциона и пересмотреть можно. Отдадим площадку Быкову. Он церемониться не станет. Я же сказал, я все решу. Олег Евгеньевич, ты меня вроде услышал. Реши вопрос. А подробности мне не важны. Я понял, понял, Александр Борисович. Вот и хорошо. Жене привет. Приятного вечера. Спасибо. Всего доброго. Случилось. Папочка, давай. Держись.
Давай, давай, давай. Сейчас, 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 сейчас. Быстрее! Ортальный стеноз, мужчина, 54 года, в машине, без сознания. Семен, вот ты что ли? Там в машине, пожалуйста. Так, срочно, реанимационный, бегом, 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 быстро. Только держись, ладно? Все будет хорошо. Девушка, сюда нельзя. Вы не понимаете, это мой отец, я сама медик. А раз медик, значит, помните правила, не положено. Что, не пустили? Ну, правильно, не пустили. Ну, что ты, сейчас ИВЛ, бета-блокаторы, все образуется, да? Давай, садись. Ты садись, а я тебе чайку. Ну, нет. Кто-то из близких? Отец. Ну, у него другая семья давно. Бывает. Ну, ты молодец, вовремя привезла его. Еще бы несколько минут и... Сама-то как? Семья, работа? Потихоньку. Не замужем. Дружусь с диспетчером в такси. Зря ты, Лилька, тогда это все так пустила на самотек. Ну что, ой, мы все ждали, что ты вернешься. Бороться надо. Что говорить? Поздно уже. Как говорил наш патологоанатом дядя Веня, момент для бальзамирования категорически упущен. Да. Да. Слушай, Миш, проведи меня в отделение. Но мне так спокойнее будет, я тебя очень прошу. Пойдем. Спасибо, ты настоящий друг. Пойдем. Нет, ну ты представляешь? Столько лет. Я уже имена их забыла. А тут сначала это мамаша ненормальная в телевизоре, а потом и дочурка объявилась. Да, и не говори. Не поленилась, ведь домой приперлась. Нахал. У меня, кстати, тоже сегодня денек тот еще был. Что такое? Я надеюсь, ты с Витей не поссорилась? Да Витя котик, с ним невозможно поссориться. А вот отец на меня наехал. Как будто я реально ему подчиненная, а не дочь. Что случилось? Ну, я ходила по магазинам, выбирала платье на Марине Дере. А он заладил, почему тебя не было на пикете, где публикации. А я что, пёс, что ли, сторожевой, чтобы за всеми этими дураками-журналистами бегать? Девочка моя, в магазин можно было сходить после работы. Отец ведь так на тебя надеется. Мама, какая работа? Когда в магазине новая коллекция. Смотри. Мне вот это нравится. Не знаю, мне кажется, не твой цвет. Какой-то блеклый. Ты у меня яркая. Вот. Вот это то, что нужно. Да? Да, это я. Олег? Как в больнице? Что с ним? Состояние средней тяжести? Да, конечно, я заеду. Завтра. Сегодня же к нему не пустят. Вот завтра и заеду. Олег в больнице. Сердечный приступ. Лиль, просыпайся, Лиль. Ты тише, в порядке, все. Пациент стабилен. А можно мне еще побыть? Минуточку. Не, даже не думай. Давай, пора тебе. Мне надо с врачом поговорить. Ну что, хочешь, чтобы нас всех премии лишили? Ну, посторонние в помещении. Давай, на выход. Придешь, часы посещений.
Дочь, я дома! Мама, слава богу, я видела новости. Я была в полиции. Меня там даже никто слушать не стал. Телефон разрядился. Что это, ты пострадала? Ну-ка, пошевели пальцами. Перелом есть? Все в порядке, просто ушиб мягких тканей. Ты представляешь, этот негодяй пригнал туда полицию. И они били беззащитных женщин. Мам. А потом он явился в полицию, как рыцарь в сияющих доспехах. Тоже мне спаситель. Так это он тебя оттуда вытащил? Видимо, совесть замучила. Хотя откуда у этого человека совесть? Мам. Ты, кстати, где была? Я извелась вся. Прихожу дома, тебя нет. Телефон у тебя недоступен. Да я таксовала. А ты кофе пила? Давай сварю. Давай, я чайник вскипятила. Как ты нас напугал. Всю ночь не сомкнула глаз. Утром первым делом велела домработнице сварить бульон. Да, папа, ты просто ужасна. Ну а когда тебя уже выпишут? Мне нужно, чтобы ты поговорил с ректором института. Мама считает, что мне нужна ученая степень. Ева! Ой, да. Это подождет. Ты, главное, поправляйся, пап. Всех приветствую. Как наш пациент? Скорее жив, чем мертв. Это радует. Пришел проведать по просьбе нашей бывшей сотрудницы, которая вас сюда привезла. Ничего не помню. Уж не знаю, кого благодарить. Но на этот счет я вас просвещу. Благодарите Эльвигу Семенову. Талантливый медик, когда-то подавала большие надежды, но, к сожалению, ушла из медицины. Лилю? Да, выписался. Некогда мне по больницам отдыхать. Ага. Нет, не в офисе, по делам. Ну давай, я освобожусь, тебе перезвоню. Нету. Минуту прикинь, я ему говорю. Ты по навозу мной не командуй. Я таких командиров знаешь, где видал? Я уже тут работаю, 14-й год. Каких командиров видел, перевидел. Солнечная, 16, третий подъезд, заказ принят. Вас будет ждать автомобиль с номером 123 через 5 минут. Антон! Антон, ты нашел своего пассажира? Так, я тебя вижу. Ты на противоположной стороне, а он у магазина «Ромашка». Нет, 48-й дом, не 39-й. Да. Разворачивайся по-быстрому. Угу. Дочка. Папа? Что в такси сейчас есть диспетчеры. Все же через эту программу в интернете заказывают. Это расхожее заблуждение. От программы без диспетчера толку мало. Все равно нужен человек для контроля, решения нештатных ситуаций. Да, с нештатными ситуациями ты справляешься, дай бог, каждому. Я ведь не помню ничего. Как-то... Один миг и чернота. Уже в палате очнулся. Мог бы не выбраться. Потом мне этот доктор все рассказал. Николаев. Спасибо тебе. Это чудо, что ты рядом оказалась спустя столько лет. 8. Прости меня. Я должен был тогда помочь. Не доводить дело до суда. А я злился за то, что обвинила во всем Еву. Она так переживала.
Она ребенок совсем тогда была. Но все равно, мне нет оправдания. Детей нельзя оставлять в беде. Все обошлось, как видишь. Это слабое оправдание. И ты потеряла профессию. Возможно, у меня просто недостаточно силы воли, чтобы вернуться. Мать все такая же, неугомонная? Состояние пациента без изменений. И ведь не устает. Работу не сменила? Нет, также регистрируют малышей. А после ЗАГСа ходит к своим экологам природу защищать. Успел я ее, эту защиту, на себе ощутить. Ну, а как твоя работа диспетчерской? Все устраивает? Не задумывалась сменить? Задумываюсь, но сам знаешь, что у меня в анамнезе. Это не в анамнезе у тебя, а в голове. Не бойся ничего, позволь себе перемены. Вот, возьми. Крупный логистический оператор. Очень уважаемая фирма в городе. И главное, они готовы обучать. Очень достойные условия. Нет, пап, так не пойдет. Ты же знаешь, я кумовства не люблю. Ну, брось ты, ну какое кумовство? Захочешь, вообще никто не узнает, что ты моя дочь. Правда? Обещаю. Считай, что я тебя проинформировал о вакансии. Твоя задача – прийти на собеседование, показать им класс. Ничего не бойся, я в тебя верю. Спасибо. Кирилл, подгоняй машину сюда, что ты стоишь? Ну что, Лилёк, смена закончена? А не сгонять ли нам в кинишку? Это моя смена окончена, а твоя в самом разгаре. Так ради такого дела можно и прогулять. Так, Антоха-Картоха, прокатишься за город. Клиент на Озёрной 12, Ванисимова. Ну супер, удружила. Это же 100 километров в одну сторону и прыжком обратно. Проблемы индейцев, ковбоев не волнуют. Давай двигай, время подачи 9 минут. Еду. Ну, а тебе что? Тоже мотиватор в виде пенделя организовать? Давай, звони логистам своим. Так я как раз и собиралась, ждала конца смены.
Здравствуйте, я насчет вакансии. Да. Опыт? Есть. Да, есть опыт. Когда? Хорошо, спасибо, до свидания. Сразу пригласили на собеседование, разве такое бывает? Ну, логично, они же логисты. Хотят посмотреть на тебя, может, и стрёмная какая-нибудь. Так, стоять. Надо из тебя бабу нормальную сделать. Ну, а сейчас я кто? Мышь Полевка. Вот спасибо тебе, подруга. Да, обращайся. Ща я тебя затюнингую по высшему классу. Что, доктор, пламенный мотор не такой уж и пламенный? Все шутишь, это хорошо, а настрой важен. Тем более ситуация сложная. Насколько все плохо? Повезло, что коллеги привели тебя в чувство. Но сердце сильно изношено. Нужна операция. Срочно. Шансы на успех? Ну, как тебе сказать? Ну, как есть. Выбор невелик. Либо-либо. Но без операции никак. Ты сейчас как на пороховой бочке. Любое напряжение чревато. Да уж, порадовал. Ну, а с делами-то хоть дашь разобраться? Юбилей отпраздновать. Ну, не дольше. После сразу ко мне. На счет раз, два, три открываешь глаза. Раз, два, три! Ты что со мной сделала? А что, вроде неплохо. Вечно я поддаюсь на твои провокации, я уже опаздываю. Да ну тебя, вечно ты не ценишь усилия подруги. Ну давай помогу. На. Все, нормально. Побежала. Удачи, тьфу-тьфу-тьфу. Учебник забыл. Ты что, совсем кукухой поехала? Не нужна тебе сейчас эта макулатура. У меня уже как талисман. Все, теперь все. Простите, извините. Ёшкин дрын, поел пирожных называется. Извините, простите, я опаздываю. Ты вытрись хоть. Испачкалась вся. Ага. Слышь ты, Илон, Макс, комп так и не работает. Да все работает. Я тонну вирусов из твоей системы вычистил. Не знаю, что ты там вычистил, но экран черный. Добрый день, меня зовут Лилия Семенова, я звонила насчет работы. Секунду. Виктор Алексеевич, к вам тут на собеседование. Угу. Проходите прямо по коридору до конца и направо. Ты ее узнала, что ли? Я? Нет, конечно, первый раз вижу. Так, давай, иди отсюда, Виталик. Ева, а твою сестру случайно не Лиля Семенова зовут? Да-да. Здравствуйте. Я насчет вакансии. Заходите. Так, спокойно. Спокойно, я вам помогу. Здравствуйте. Так, не дергайтесь. У вас тут кондитерское изделие на щеке. Извините. Готовы? Хорошо. Присаживайтесь. Потом привлекаем местных урбан-блогеров, знакомим с планом и объясняем преимущества нового торгового центра. Погоди, кого привлекаем? Урбан-блогеров. Они о жизни города пишут и снимают, ну, короче, продвинутая молодежь. Ага. Ну, раз так.
На телевидении и в газетах даем интервью с архитектором, который говорит, что это один из лучших его проектов за всю карьеру. Хорошо. Ну и администрацию подключим. Они расскажут, сколько рабочих мест появится благодаря торговому центру. Достойный план. Молодец. Знаешь, вы с мамой обсуждали возможность твоего повышения, и я теперь вижу, что это хорошая идея. Спасибо, папочка. Ой. Извини, мне нужно бежать. Очень много дел. Конечно. Так, вы у нас... Лилия. Лилия. Резюме принесли? Да, конечно. Виктор Алексеевич, к вам Юрий Иванович, срочно. Ну, если срочно, зови. Витя, у нас ЧП. Фура с тиграми в Зареченске застряла. Там в документах какой-то печати не хватает. Так, спокойно, это все супер. Ну что, водитель не может вернуться сюда за документами? Он собирался, но у него фура сломалась. Так, то есть документы это все еще цветочки. Механика отправили? Нет. Сан Саныч в больнице, Илью я на 2 дня отпустил, у него свадьба. Ведь это еще не все. Да ладно. У тигрицы Берты роды начались, преждевременные. Там рык на весь округ стоит. Спасибо, Юра, удружил. Да это не я удружил, это какой-то там тигр ей удружил. Витя, надо что-то делать, надо что-то предпринять. Да надо, надо. У вас в Зареченске фура. Думаю, я смогу помочь. Чем именно? С документами, механиком. Роды у Берты я, наверное, не смогу принять, но могу попробовать. Ева, а твою сестру случайно не Лиля Семенова зовут? Голосуй, не голосуй, все равно получишь торговый центр вот этот получишь. Слушайте, ну что за упаднический настрой, а? Нам сдаваться-то нельзя. Наша сила в правде. Зато у них своя правда. Жулики и законы под себя пишут. Потом ничего не докажешь. Я учитель, интеллигент, а они меня как преступника сутки в изоляторе продержали. И меня ночь на нарах. Знаешь потом, как суставы болели? И у жены нервный срыв случился. Ты, пожалуйста, не обижайся, Оль, но мы больше на пикет не пойдем. У нас семьи. Меня, между прочим, моя жена чуть обратно в изолятор не отправила. Все родственники косо посматривают. Как я им докажу, что мы бьемся не зря? Ведь остальным все равно. Все с вами ясно, жертвы революции. Ладно, как знаете. Мне сдаваться нельзя, я пойду до конца, а дальше... Ну, будь как будет. Нет, а кто сдается? Кать, Антон еще на выезде? Отлично, я нашла ему клиента, порожняка не будет. Ему нужно забрать документы и пули назад. Отлично, давай. А я пока механику позвоню. Вячеслав Львович, здравствуйте. Вы говорили, что хотели посмотреть «Ласточку». А я вам предлагаю дополнительный заработок. Ну, отлично. Адрес сообщения я вам отправлю. А вас отвезут. Спасибо вам большое. К 4 часам он будет здесь. Супер. Супер. Только вопрос с Бертой остался решить. А мне ехать на роды? Да нет, зачем? Такими кадрами мы не можем рисковать. Лилия Олеговна, вы нам подходите. Стажировки готовы? Да. Только мне нужно на работе взять отпуск за свой счет. Да, берите, что хотите, и возвращайтесь. Мы вас ждем. Хорошо, спасибо. Это кто у нас тут голодный? Привет. Сюда. Смотри, что у меня для тебя есть.
Держи. Все, у меня больше ничего нет, но я тебе завтра еще принесу, обещаю. Привет, дочка. Привет, пап. А у меня отличная новость. Представляешь, меня пригласили на стажировку. Вот видишь, я знал, что у тебя получится. Предлагаю это отпраздновать. У меня как раз появилась одна идея. Садись в машину. Пристегивайся. Переживай. Отметим домашние обстановки. Ты же знаешь, мне здесь не рады. Лиль, прошло много времени. Обстоятельства изменились. Я тебе обещаю, в обиду я тебя не дам. А? Хорошо. Представляешь, этот лейбл к нам вообще не возят. Дорого. А платье просто космос. И село идеально. Ну ладно, я поговорю с отцом. А у нас гости. Здрасте, приехали. Здравствуйте. Проходи. Олег, после всего, что было? Девочки, не будем вспоминать плохое. Каждый в своей жизни совершал ошибки. Нужно уметь прощать. Присаживайся, Лилечка. У меня две дочери. И люблю их одинаково. И если бы не Лиля, сами знаете. Впереди предстоит операция, исход которой неизвестен. Олег, боже мой, не пугай нас. Я не пугаю, я просто говорю варианты возможного развития событий. Я очень прошу, пожалуйста, давайте забудем прошлое и будем жить дружно. Ну, раз так, Лиля, а откуда у вас такое ужасное пятно на рубашке? А, это целая история. Я налетела на прохожего с кофе. Мне очень неловко, извините. Ну-ну. Нам понадобятся еще столовые приборы. Явочка, пойдем, поможешь мне принести посуду? Что? А, да-да. Все хорошо. Лиль, не волнуйся. Ты у меня молодец. Это проблема. Операция? Не совсем. Это шаромыжница, которая дочь. Ее в последнее время стало слишком много. И что, ты думаешь, она опасна для нас? Слыхала? Он любит вас одинаково. Сейчас еще в завещание впишет. Мужчины с возрастом такие тюфяки становятся. А я всю голову ломала, как она к Вите на стажировку попала. Это, видимо, ей папа удружил. Она ему точно голову запудрила. Что нам делать? Надо действовать хитро. Сейчас идем.
На. Возьми тарелки. Лиля, раз мы теперь почти семья, расскажи о себе. Чем занимаешься, где работаешь? Я работаю диспетчером в такси. Как интересно! Но это временно. Сейчас я прохожу стажировку в крупной транспортной компании на должность логиста. А Евочка в пиар-службе. Такая молодец. Я половину не понимаю, что она делает. Вообще у девушки должна быть приличная работа и зарплата. Особенно у незамужней. Но Евочка, надеюсь, таковой надолго не останется. Да, посмотрите, какой мне браслет жених подарил. Не меньше 100 000 стоит. А у тебя, Лили, как с личной жизнью? Ты же старше. Часики тикают. Ну, ты сама понимаешь. Да, у меня есть жених, он хороший. Тоже таксист. Евочка, умеешь ты сострить. Нет, он предприниматель, у него свой бизнес. А у меня идея. Я тебя приглашаю на свой юбилей. Да-да-да, и, конечно, твоего молодого человека тоже. Кариночка целый торжественный прием устраивает. Да, будут самые важные люди города. Ну, я... Никаких возражений, я тебя жду на празднике. Теперь даже не знаю, что делать. Ляпнула про этого жениха, сама от себя не ожидала. Правильно сделала. Пусть знает, что и ты не с помойки. Ты придешь туда с самым крутым мужиком, что они все позеленеют от зависти. Только где этого крутого жениха взять? Вообще хоть какого-нибудь жениха. Слушай, ну настоящий тебе и не нужен. Ну то есть нужен, конечно, но для юбилея и фейковый сойдет. Тут главное пустить пыль в глаза. Ты бы Евку видела, она как с обложки, у нее и жених, наверное, такой же. Так, спокуха, найдем. Кстати, позови Горька своего, но он точно согласится. Вид у него очень даже приличный. Катька, ты опять за свое? Ладно, этого вычеркиваем. Какие еще варианты? Может, Петю? Моего соседа по лестничной клетке. Он кандидат наук, молодой, толковый. Ну вот, отлично. Бери дело в свои руки. Только не тупи. А там, может, еще кто подвернется. Да? Да. Ну давай как-то поуверенней. Ой. Лиля, привет. Неожиданно. А что-то случилось? Привет, Петь. Нет, ничего не случилось. То есть, да. То есть, нет, все в порядке. Я просто хотела уточнить один момент. Тенечек, в чем дело? Зая, это Лиля, соседка Лиля. Это Зая, в смысле Зина, невеста моя. Очень приятно. А, я пойду. Да, мне пора. До свидания. Лиль, так чего приходила-то? А, неважно. Извините за беспокойство. Я тороплюсь, правда. Вам очень пойдет. Подчеркнет фигуру. Я в курсе. Ты представляешь, что мой папаша учудил? Лильку позвал на юбилей. Ну ладно. У нас же его дочь, как и ты. Наверное, это логично. Да плевать мне на логику. Я ее в институте еле на тройку сдала. То есть сначала она ее на ДР зовет, а потом что? В завещании укажет? Угу. Даже если укажет, что у нас с мамой денег, что ли, не хватит? Это дело принципа. Эта мышь со своей мамашей ни копейки не должны получить. Я этого не допущу. Слушай, ну нехорошо тогда получилось, когда мы Лешика притащили. Досталось ей. Досталось и досталось. Переживет как-нибудь. Я вот все думаю, как бы про нее что-нибудь мерзкое узнать. Компромат. Не знаю. А ты подружись с ней? Ну и разузнаешься потихоньку.
все, что тебе нужно. А что? Это идея. И ты мне в этом поможешь. Звук идет, картинка есть. Пишем. Для титра представьтесь. Ольга Семенова, экоактивист. Ольга, подскажите, почему вы сегодня одна участвуете в акции? Мои соратники боятся продолжать борьбу за парк, потому что опасаются арестов и преследований. Поэтому я приняла решение провести одиночный пикет. Вы не боитесь преследования со стороны лиц, заинтересованных в строительстве торгового центра? Нет, мне нечего бояться. Пусть переживают те, кто хочет уничтожить этот прекрасный парк. А у нас здесь должны остаться велосипедные дорожки, игровые площадки для детей. Вы обратите внимание, что в центре города уже практически не осталось мест для семейного отдыха. И все это результат варварской застройки. Это даже, знаете, вот результат преступного сговора чиновников с богачами. Значит, вы настроены решительно? Да. Я другого пути не вижу. Я пойду до конца, чего бы мне это ни стоило. Слышите? Я не сдамся. Так, смотри. Про нее сегодня в интернете много новостей. Да, видел. Что делаем? Размажь эту старую маразматичку по полной программе. Пусть весь интернет ее ненавидит. И где копать? Слушай, я что, все одна делать буду? Найди, чем ее можно прижучить. Ну, я же не сыщик. Я соцсеточками занимаюсь. А-а-а! С кем приходится дело-то иметь? Она работает в каком-то ЗАГСе. Дальше ты знаешь. Придумай что-нибудь. Давай, шевели мозгами. Фантазию развиваем. Понял. Сделаем. Привет, Витенька. Привет, солнышко. Ну, как ты тут без меня? Ну, как работу работаю, по тебе скучаю. Что тебя привело в наш унылый офис? Дела. У отца скоро юбилей. В моем кабинете меня подожди. О, Лилия! Да? Хотел у вас кое-что уточнить. Насчет графика перевозок на следующий квартал. Успели закончить? Да, конечно, уже все готово. Слушайте, какая вы молодец. Ой, извините. Кстати, вам этот стиль в одежде идет намного больше. Мне очень нравится. Спасибо, мне приятно. Так, ладно, график тогда жду у себя в кабинете. Да, конечно, сейчас занесу. Спасибо. Ника, какого черта ты мне ничего не рассказала? Что не рассказала-то? Что Лили Витя глазки строит? Что? Я не заметила ничего такого. Виктор просто ее оценит и говорит, что она толковая. Ну и хорошо себя проявила. Проявила, значит. Интересно, в чем? И выразилась, как ты видела? Креативная небрежность, глоток свободы в скучном офисе. У нас просто нет дресс-кода. Виктор этого не любит. Так, мне пофиг, слушай сюда. Теперь твоя главная задача – смотреть в оба. Что она делает, с кем говорит. И главное, что у нее с моим женихом. Ты меня поняла? Угу. Так, а я пока с другой стороны зайду. Слушай, Ева, а ты скажешь Виктору, что она твоя сестра? Ну, просто он про это не знает вроде. Вот еще. Не знает и хорошо. Надеюсь, она тут долго не продержится. Алло, Лиль? Привет, это Ева. Я хотела с тобой поговорить. Может быть, мы увидимся? По магазинам заодно прошвырнемся. По-сестрински, так сказать. Это мой любимый магазин. Здесь шмотки отличные на любой кошелек. Слушай, Лиль, ты нас извини, тогда на ужине так неловко вышло. Да ничего, я все понимаю. Да, просто это было так неожиданно, и столько времени прошло. А я после той истории даже спать не могла. Родители меня к психологу водили. А я-то, честное слово, не брала никакие лекарства. Знаешь, как обидно было? Могу себе представить. Прости, что я обвиняла тебя в этом. Вот. Но кто старое помянет. Теперь будем друзьями. Мы же сестры с тобой. Посмотри, какой костюмчик. Прямо на тебя. У тебя же... Новая работа? В серьезной конторе и дресс-код серьезный. Да я не заметила. Ты просто не привыкла. На, примерь. Ну вот, совсем другое дело. Правда? Да. А знаешь что? Давай я тебе его подарю.
Ну, это очень дорого, нет. Никаких возражений. Подарок от младшей сестры на прошедший день рождения. Мне очень неловко. Давай я лучше сама куплю. Вам очень идет этот костюм. Подчеркивает фигуру. Поверьте, я мало кому это говорю. Я знаю. Ева, мне пора ехать. Я после работы еще таксую. Надо же на жизнь зарабатывать. Кстати, а дай мне свою визитную карточку. Представляешь, вызову такси, а приедешь ты. Вот будет смешно. Держи. Пройдемте на кассу. Угу. Наташенька, привет. Ну, как настроение? Привет, все нормально. Ну, хорошо как. Оль, я хотела спросить. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, проходите. Вы малыша регистрировать? Документы подготовили? Это розыгрыш какой-то, что ли? Кто вас вообще сюда на работу-то взял, а? Вообще-то я тут 20 лет работаю. И нет, не розыгрыш, все правда. Беспредел. Я все про вас знаю. Я сейчас вашему начальству такое устрою. У меня, между прочим, муж в прокуратуре работает, ясно? Беспредел какой-то творится. Сумасшедший дом. Сегодня какой-то дурацкий день. Слушай, что, все с ума посходили? Что происходит? Погоди, Семена, ты не в курсе, что ли? Весь интернет только о тебе и пишет. Иди, смотри. Вот. Экоактивистку бросили единомышленники. Угу. Защитница парка не в ладах с зеленым змеем. Поклонница друидов, ненавидит город. Это что, все про меня? Да я сама в шоке. Твари какие. Видно, хорошо ты им на хвост наступила. Алло? Да, да, да. Да, Евгений Петрович? Хорошо, я вас поняла. Тебя главный вызывает. Видно, истеричка до него добралась. Ой. Ты там держись. Спасибо. Угу. Ну, будет вам. Не плачьте. Все образуется. Да каким же образом? Они, если гадости уже написали, так ничего не удалят. Ну, значит, надо отдохнуть, тихонько пересидеть, чтобы внимание не привлекать. Ну, я же ничего плохого не сделала. Я же для всех старалась. Они же обо мне ничего не знают. Как обидно. Ольга Юрьевна, вы не нервничайте. Успокойтесь. Возьмите за свой счет, отдохните. А там видно будет. Вы что, избавиться от меня хотите? Не ожидала от вас, Евгений Петрович. Так что же, я вам хлопот не доставлю. Напишу заявление на увольнение сама. Оставлю в отделе кадров. А вообще, я часто нас в школе вспоминаю. А помнишь, как я во время физры Ленкину форму мелом засыпал, а ты увидела, но не сдала? Ну, Костик, ты же меня от хулиганов защищал. Как я могла тебя подставить? Зато по биологии. Да без твоей помощи я бы, наверное, только двойки бы и получал. Ах, хорошо тогда было. Никаких настоящих забот. Слушай, Костик, у меня к тебе дело. Важное и очень деликатное. Ого, заинтриговала. Короче, только ты чего не подумай, ладно? Надо притвориться моим женихом. Понимаешь, меня отец на юбилей пригласил. Мы давно не общались, а тут встретились, и мне не хочется ударить лицом в грязь. Сам понимаешь, уже за 30, второй половинки нет. Эх, Лилька, похоже, в этом я тебе не помощник. Тоже, что ли, женишься? Да нет.
Ты вот недавно с отцом начала общаться, а я недавно к нему на работу устроился. Ой, Кость, не знала. Да, переметнулся от конкурентов. У твоего отца условия получше, да и зарплата повыше. Так что обмануть его не выйдет. Только если нам с тобой на самом деле не начать встречаться. Кость, я серьезно. Так и я серьезно. А как же любовь? Эх, а вот так разбиваются сердца. Когда ты, Семенова, наконец повзрослеешь? Ладно, давай зальем мое горе вином. Вообще видел комментарии? Таких при Сталине к стенке сразу ставили. Подстилка Запада. Видел ее вчера, стопудовая алкашка. Ничего себе. Это же никакие ворота. Шеф, если что, я не в курсе был. В дела пиара я не лезу, сами знаете. Ева, вызови мне срочно. Надо как-то ситуацию исправлять. Уже вызвал. Сейчас подойдет. Пап вызывал? Ева, это что за дичь про Ольгу написано? Да эта дамочка реально вставляет нам палки в колеса и ставит под угрозу весь наш проект. Ну, поэтому нам нужно было как-то ответить на агрессию с ее стороны. Это и есть пиар. Это не ответ. Это травля. Самая натуральная. Причем вранье на каждом шагу. Сейчас же скажи, чтобы все зачистили. Сейчас же. Невозможно. В интернете цензуры нет, все ссылки растиражированы, и если я кого-то и заставлю удалить пост, то шум еще больше поднимется. Господи, что ж ты наделала? Я вообще не успел позавтракать. Слушай, я так проголодался. А я? Лиль, гол с нами на хавчик. Там через квартал новая шаурма открылась. О, ребят, спасибо, не сегодня. Я прогуляться хочу. А вам приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Ну, я же говорил, что принесу, и принес. Ешь, ешь. Ну, а что же вы со всеми вместе не пошли? Там же шаурма. Я хотела покормить эту красавицу, но меня уже опередили. Присаживайтесь. А я ее часто подкармливаю. А вы как-то необычно сегодня выглядите. Хотела придерживаться дресс-кода. Ну, дело ваше, но у нас нет никаких дресс-кодов. Так что... И как вы раньше выглядели, мне больше нравилось. Сейчас как-то слишком официально. Это разве плохо? Нет, ну, просто есть люди, которых... нельзя вгонять в рамки. Мне кажется, вы именно из таких. Ну и где твой клиент? Опаздывает? Да придет, не кипиши. Скажи мне лучше, как вы там с этой Евкой пообщались? Ой, Кать, так гадко на душе. Ева клянется, что она тогда не брала эти таблетки. Говорит, очень переживала, плакала. А я все эти годы обвиняла ее, понимаешь? Вот что я за человек такой? Да нормальный ты человек, просто паришься не по делу. Ну как это не по делу? На отца обижалась, о сестре плохо думала. А ведь могли дружить. Не чужие мы все-таки друг другу люди. Знаешь, я с твоей Евкой не знакома, но не очень-то ей верю и тебе не советую. А вот зря. Нет, ну в самом деле, ну, может быть, это не она, там были ее друзья, и она могла быть не в курсе. О! Слушай, клиент, кажется, идет, давай. Клиент, значит. Ну, сейчас я ему покажу. Так, Игорь, я не знаю, кто устроил этот маскарад, но я тебя никуда не повезу.
Лилечка, ну какой маскарад? Я просто вызвал такси, значит, заказ должен быть выполнен. Бывает, случается форс-мажор. Более того, он уже случился. Мотор не работает, какая жалость. Но не волнуйтесь, уважаемый клиент, наша фирма вызовет для вас другую машину. Лиль. Алло, Антон, можешь приехать? Ну что, Лёлёк, еще не доломала свою тачку? Антон, это наш клиент. К сожалению, я не могу выполнить его заказ, его выполнишь ты. Лиль, не дури, а? Никуда я не поеду. Боюсь, что я не смогу оказать ему весь спектр услуг, на который он сегодня рассчитывает. Лиль, ну зачем ты человека дернула, а? Отвезла бы меня, поговорили бы спокойно. Нам не о чем разговаривать. Лиля, я люблю тебя. Но пойми, я не могу уйти из семьи. Что будет с ребенком? Вот именно из-за ребенка я и не буду продолжать с тобой общение. Он должен расти в полноценной семье, где отец не предает мать. Лиля, я не могу без тебя. А ребенок не может без отца. Все, иди. Лиль. Давай, иди. Садись в машину. Лиль. И не усложняй. Давай. Не порти! Как ты могла меня так подставить? Зачем ты с Игорем сговорилась? С Игорем? Я не, да вот тебе крест, я бы никогда. Ну просто по голосу не узнала. Сама знаешь, какие у нас наушники фиговые. Говорит, девушка симпатичная у вас работает, Лилей зовут. Ну я и подумала, чем черт не шутит? Может, это принц на этом самом, на коне? Почему я тебе не верю? Последняя попытка. Послушай меня, я тебе такого нового жениха нарыла. Сын маминой подруги. Мы с ним вместе голышом в песочнице копались. Это очень ценная информация. Завтра у тебя с ним свидание. Рядом с твоей новой работой. Надень красивое платье, он парень очень солидный. Не надо ничего, Кать. Я не хочу врать. Скажу, что расстались, и пойду одна. Ну уж нет, я что, зря старалась, что ли? Иди, пожалуйста, с ним на свидание. Вдруг вы понравитесь друг другу, ну? Такси, автогон 1-2-3, довезем на 1-2-3, диспетчер Семенова слушает. Так. О, Лилия! Как хорошо, что я на вас наткнулся. В общем, у меня сегодня встреча с партнерами в ресторане по соседству. Ну, после работы. Хотел вас попросить, может быть, вы мне компанию составите? Ну, так сказать, разбавите мужское общество. Вы бы раньше сказали. Сегодня, к сожалению, никак. У меня свидание, я не могу отменить. А, жаль. Ну, в следующий раз просьба от поручения руководства не отмахиваться. Простите, я правда не могу отменить. Да я понял. Нет, это вы меня извините. Всего доброго. Смотря сколько машин вам потребуется, я не знаю. Давайте сейчас сначала на объем. Милейший, я уже 12 минут жду профитроли. Вы что, их из Франции везете? Прошу прощения, сейчас принесу. Прощение ему не поможет. Отвратительный сервис. Я на их жалобу накатаю. Все же хорошо, Николай. Клиентов много, сейчас принесут. Поверьте моему опыту, Лилечка, с этим общепитом надо быть построже. Я 8 раз судился с этими ресторанами и магазинами. И, между прочим, всегда выигрывал.
Ой, я вспомнила. Мне же пора кормить ежа. У вас домашний еж? Как мило. И он проголодался. Официант, принесите, пожалуйста, счет. Да побыстрее, мы торопимся. Пожалуйста, ваш счет. Не понял. Вы включили Цезарь? Хотя он мне не понравился. Я же вам сказал, что здесь листья салата пожухлые и сухарики не хрустящие. Но ведь вы его съели. Только не хамите мне, юноша. Вода. А мы же не заказывали никакую воду, да? Но ведь я вас спросил, нужна ли вам вода. Вы сказали, что нужна. Ну, я думал, что это комплимент, как во всех приличных заведениях. Хотя о чем я? Где вы, а где приличие? Да ладно, заплачу. Только на чаевые не надейтесь. Халтурщики. У нас в работе сейчас два контракта с ним. Как вам такая новость? Хорошо. Николай, спасибо за вечер, но мне и в самом деле пора. Не так быстро. Мне кажется, вы слегка опережаете события. Ну что же вы, Лия? Я с этими халдеями дремучими спорил, за ужин наш заплатил. А вам для меня жаль капельку ласки, а? Я вполне способна заплатить за себя сама. Ну, хватит ломаться. Ну, типа, вы не планировали продолжение вечера? А поехали к вам. Вина попьем. Ну, или чаю. Что у вас там есть? Опять-таки, ежа вашего покормим, а? Молодой человек, ваше назойливое внимание неприятно даме, разве не видно? Вам-то какое дело? Да мне, может быть, и никакого. Но девушку я с таким типом, как вы, не оставлю. Вас проводить? Виктор Алексеевич, мне очень неудобно. Понятно. Понятно. Это вы так приличного человека на ужин разводите, да? Не исключено еще, что этот ресторан в доле. Ничего, я на вас управу найду. Шаромыжники дешевые. Спасибо, Виктор Алексеевич. Да не за что, Лилия Олеговна. Иди сюда, моя хорошая, иди. Еще живо. Надо в ветклинику. Ключи в правом кармане. Вторая кнопка. Сволочь. Опа. Опа. Не волнуйтесь, все в порядке. Операция прошла успешно, пациентка будет жить. Слава Богу. Кстати, как ее кличка? Да мы не знаем, она бездомная. Очень жаль. Так, операцию вы оплатили, стационар на 2 недели, это очень хорошо. Времени на реабилитацию с запасом, но все это будет бесполезно, если у нее нет хозяев. Почему? Дело в том, что после стационара мы обязаны отдать животное в приют. А там, сами понимаете, мало кто захочет взять покалеченную собаку. Могут усыпить. В общем, шансов мало. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. У нас же есть время. Да, конечно. Да, с ней все будет в порядке, не переживайте. Это очень хорошо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Волновалась, а руки до сих пор трясутся. Но когда ехали, я понимала, что надо спасать собаку, и не тряслись.
Но вообще-то вы очень хорошо держались. Да, в экстренных ситуациях я как-то собираюсь. Это хорошо. Странный получился вечер. Но, в общем, я пойду, да? До свидания. До свидания. То есть до завтра? До завтра. Я 30 лет назад в песочнице. Коленька не казался таким придурком. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить. Это было унизительно. Лилёк, я обязательно что-нибудь придумаю. Мы найдем тебе жениха самого лучшего. Думаю, нам нужно прекратить поиски фейкового жениха. Так, подруга, колись. В общем, кажется, мне нравится Виктор Алексеевич. Мы вчера вместе спасали собаку. Ну, кто бы сомневался, ты вечно кого-нибудь спасаешь. Но то, что вместе, это очень хорошо. Так, главное, не теряй даром времени на этой своей стажировке, потому что этот Виктор Антонович нам позарез нужен. Хорошо, не буду терять. И он Алексеич. Алексеич. Вилька, мой. Он хороший. Ну, какое счастье. Ага. Да, сейчас позову. Поняла. Александр Борисович, не переживайте. Сейчас с Виктором все детали обговорим, все будет в лучшем виде. Ты тоже, Олег Евгеньевич, не парься. Договор твой на столе у мэра. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Лиля, к шефу пулей. И все поставки обсудим. Да-да. Виктор Алексеевич, вы звали? Да, Лилия, проходите, пожалуйста. Господа, прошу любить и жаловать, наш логист Лилия. Именно она будет заниматься сопровождением груза уважаемого Александра Борисовича. Не моего груза, Витя, а сына.
Я человек государственный, не положено мне. Ну, что же делать, если единственный ребенок решил заняться бизнесом? Детям нужно помогать, так ведь? Ну вот, Лилия и поможет. Быстро, надежно и без проблем. Очень квалифицированный сотрудник. Главное вовремя груз получить, а потом его быстро продать. Ну, за этим дело не станет. Надеюсь. Это ведь наша общая выгода. Мне – довольный ребенок, Вите – крупный контракт, ну а Олегу Евгеньевичу – новый торговый центр. И все счастливы. Лилия, надеюсь, мне не нужно объяснять, что этот проект для нас в приоритете. Конечно, займусь немедленно. Я могу идти? Да, идите. Новая сотрудница? Да, очень перспективно. Надеюсь. Да сколько можно? Я не шарю в кофемашинах. Я даже кофе не пью. Как я тебе ее починю? Как? Ну и какой же ты компьютерщик, если с кофемашинкой справиться не можешь? Ты хоть слышишь, что сама говоришь? Каким местом компьютеры связаны с кофемашинами? В ней 6 программ. Вот ты дура или прикидываешься? Ой, ты просто не хочешь делом заниматься. Виталий, Виктор Алексеевич дал мне срочное задание. А с компьютером проблемы можете посмотреть? Конечно. Вот, иду делом заниматься. Что у тебя там с компьютером? Все в полном порядке. Просто решила избавить вас от неприятной беседы. Лилия, спасибо, Синица. Поднимайтесь, друг да увидит. Только знаешь что? Давай на ты, окей? Договорились. Вот же стерва. Кто? Да так, кто у меня увела отсюда платье моей мечты. Чтобы у нее мужа так увели. Что там, Лилька? Витя ее уже выгнал? Наоборот. Важное задание поручил. Твой отец пришел с этим, с Александром Борисовичем из мэрии. И Виктору велел ее позвать к себе. Велел, велел. Я тебя зачем туда устроила? Чтобы ты следила за ним, а ты что? Ну, что я могу сделать? По-моему, ты была права. Она реально ему нравится. Он только на нее смотрит. А я говорила? В общем, так. Или Лиля вылетает со стажировки с позором, или ты прощаешься со своим тепленьким местечком в приемной. Поняла? Поняла. Это все похоже на какой-то рейдерский захват. Мало того, что в офис к Вите пролезла, так еще и в постель норовит. Да ты что? Угу. Ника сказала, что очень на эту курицу заглядывается. Вот зараза. Хотя чему удивляться? От этой семейки любой гадости можно ожидать. Ну ничего, не на ту напали. Я уже Нике сказала, делай что хочешь, но только чтобы Лилечка вылетела с работы. И что же Ника может сделать? Подставит ее как-нибудь по-крупному. Ну что? Хочет работать у Вити, пусть вертится. Молодец, умница. Только на одну Нику не рассчитывай. Сама действуй тоже. Да я и так уже делаю все, что могу. Делай больше. Витя должен помнить, что ты думаешь о нем всегда. Вот где он сейчас? Позвони, договорись о встрече. Я уже звонила. Сказала, что задержится на работе допоздна. Надеюсь, не с этой. Тоже надеюсь. Хотя мне это все совсем не нравится. Лилия! Привет. От кого там прячетесь? Я не прячусь, у меня ручка закатилась. А, ручка закатилась? Угу. Давайте я вам помогу. Так. Я хотела разобраться с заданием, которое вы мне сегодня дали. Ну, знаете, это очень похвально, но отдыхать же тоже нужно. А то я себя, честно говоря, каким-то рабовладельцем чувствую. Ну, конечно. То есть, ну что, у меня совсем ерунда осталась.
Не за что. Мне, честно говоря, даже приятно было, ну, вам помочь. Ну, долго не задерживайтесь. Не буду. До завтра. До свидания. Олежа, посмотри, какой вариант лучше, этот или этот? Мне все нравятся. Олег, будь ответственным. Это же твой юбилей. Не последние люди придут. Деловые партнеры, городские власти. Возможно, мэр придет. Кариш, ну я в этом ничего не понимаю. Ну выбери то, что тебе по душе. Ну тогда вот этот. Поможешь? Слушай, а давай после юбилея в Доминикану махнем? Там как раз высокий сезон. После юбилея мне в больницу надо. На операцию. Ну, на 10 дней всего, а? Твой Степан подождет. Ну, Степан, может, подождет, а вот сердце мое вряд ли. Сделай мне 2 приглашения для Лили. Для Лили-то зачем? Потому что я ее пригласил. Олег, ты что, обиделся? Олег! Мам! Я здесь. Ты что, еще не готова? Тебя подвезти? А, нет, не надо. Мне позже. Мне еще в мэрию надо. Сосед. Вот, пришел напомнить вам о своих денежках. Не переживайте, Андрей, мы все помним. Деньги будут вовремя. Если вдруг захотите продать свою машину, могу свести с нужными людьми. А на вырученные деньги со мной просчитаетесь. Спасибо, мы подумаем. Извините, на работу пора. Упырь противный, еле сдержалась. Мам, ты чего? Дочь, мне так стыдно. Я не смогла. Они так смотрели на меня, перешептывались, я не выдержала. Ты о чем? Я уволилась. Я не хотела тебе говорить, я надеялась, что очень быстро найду другую работу. Ну, куда там, когда они читают все эти злобные пасквили в интернете. Мам, ты не переживай. Все будет хорошо, прорвемся. Да как? И откуда деньги брать? Мы и так еле концы с концами сводим, да еще этот упырь. Найдем мы деньги обязательно. Меня на новую работу возьмут. Точно? Точно. Мне доверили ответственный проект. Начальство мной довольно и стажировку обещали оплатить. Доченька, какая же ты у меня умница. Хочешь, я тебе сегодня на вечер блинчиков испеку? Мне же теперь совсем делать нечего. Хочу. Ты же знаешь, как я люблю твои блинчики. Пока. Хорошего дня. Пока. Ой, Лиль, привет! Ты представляешь, я вчера документы где-то посеяла и все еще найти не могу. Думаю, может быть, к какой-то папке прицепилась. Ты не видела лишние документы? Нет. Но если найду, принесу. Спасибо большое. Дай, пойду. Виктор Алексеевич, нужно проверить. Ник, обязательно сейчас, я опаздываю. Угу. А я к вам документы на груз принесла. Вы все проверили? Адрес получателя, это очень важный груз. Конечно, все проверила. Тут все в порядке, Виктор Алексеевич. Так, хорошо. Хорошо. Так, все. Оставьте сейчас в приемной у Ники. У меня сейчас важная встреча, я вернусь, тогда подпишу. Ну все, девчонки, я вам доверяю. Побежал. Пока. До свидания. Обязательно повезу.
Опа. Спасибо. Я смотрю, вы туда же? Да. Едем вместе? Давайте. Прошу. Кто, ты думаешь, молодец? Естественно, твоя сестра влипла по полной. Теперь точно ни за что не отмоется. Все, как ты просила, дорогая. Какая у нас хорошая девочка, красавица. Кто у нас тут такой красивый? Кто у нас тут такой замечательный? Да кто такая умница? Смотрите, как радуется. А давайте ее Радой назовем. Давайте назовем Радой. Будешь Радой? Мне кажется, она согласна. Итак, пациентка идет на поправку. Еще недельку понаблюдаем, и можно отпускать на выписку. Ей же хозяина надо найти. Я размещу объявление в интернете. А у вас дома животных нет? Нет. Нет. Ну так возьмите себе. Ну вы ей жизнь спасли, она к вам привыкла уже. Да и детям радость. У вас дети есть? Мы не пара. А, извините, пожалуйста. Ну, просто складывалось полное ощущение. Держи, чтобы ты не забыла о торжестве. Как же я могу забыть? Шучу я. Жду обязательно. С женихом, без жениха, неважно. Спасибо, пап. Как работа? Нравится? Очень. Только это пока стажировка. Ну, я уверен, скоро станет работой. Виктор о тебе очень хорошо отзывался. А он слов на ветер не бросает. Лиль, хотел спросить, как мама? Как она пережила все эти события? Плохо. Очень плохо. Мне плакать хочется, когда я об этом думаю. Ей с работы пришлось уйти. Поверь мне, я не хотел. Я даже не предполагал, что так выйдет. Да я понимаю. Ей сейчас действительно очень тяжело. Я ее такой потерянной не видела, даже когда вы развелись. Да я бы пришел, объяснил, попросил прощения. Я думаю, что сделаю только хуже. Слишком резко она на меня реагирует. Хотя это заслужил. Да уж. Она вполне могла бы швырнуть в тебя сковородкой. Меня тоже беспокоит эта история с парком. Неужели нельзя найти выход? Да и я все время об этом думаю. Вот что.
Я тебе обещаю, я найду оптимальное решение. Веришь мне? Конечно. Давай за тебя. А Лелька-то оказалась не так проста, как прикидывалась. Так я тебе давно говорила. Что она еще вытворила? Смотря с какой стороны посмотреть. Пока вроде ничего нового. Ну что, думаешь, это случайность? Что она у нас теперь чуть ли не главный член семьи? Ха, скажешь тоже. Ты не смейся. Отец только о ней говорит. Ты думаешь, он сейчас где? На работе? Нет. Со своей любимой дочуркой встречается. Вот же зараза. А я и говорю. Она это специально все делает. На месте похоже. Выждала время, выработала план и действует. Мне кажется, что она слишком глупа для такого. Все так не покажется, когда она наш дом и весь бизнес к рукам приберет. Ха, отец уже даже не скрывает, что она для него равнолюбимая дочка. Да и Виктор твой тоже поплыл. Да-да, не обманывай себя. Ну что же делать? Шевелиться, вот что. Почему до сих пор не назначен день свадьбы? Ну, он постоянно на работе. Просто прекрасно. Там Лилька. Ну, а я-то что могу сделать? Ты меня спрашиваешь? Ты сама что-нибудь предприняла или только по магазинам бегаешь? Ну, вот тебе и ну. Ты когда с Виктором последний раз куда-то выходила? Что он о свадьбе говорит? Торопиться надо, пока нас обеих эта муль бледная не переиграла. Привет. Привет. Ты меня совсем забросил? И работа — единственное место, где тебя можно застать. Да, прости, дел действительно очень много. А это все почему? Почему? Потому что у тебя нет жены. А если бы она была, она бы о тебе заботилась и не позволяла бы тебе работать днями и ночами. Ну так что скажешь? Насчет чего? Ну, о нашей свадьбе. Ты что, меня не слушаешь? О, извини, я... Правда, голова делами забита. Да я думаю, нет смысла это обсуждать до операции, Олег Евгеньевич. Нет, папа будет только рад за нас. Ев, я хочу собаку завести. Ты как? Ведь я себя иногда просто не понимаю. Я тебе говорю о нашем будущем, а ты мне какой-то собаки. Так собака — это же тоже будущее. Мы ее вместе выгуливать станем. Нет, в нашем доме никаких животных. Это грязь, шерсть, паразиты. Да нет у нее никаких паразитов. Во-первых, ее в ветклинике обработали, а во-вторых, детям с ней веселее будет. Какие дети, Витя? Я тебе объясню, Ев. Когда двое друг друга любят, они женятся, у них дети появляются. Ты сколько детей хочешь? Я не знаю. Ну, может быть, когда-нибудь потом будут дети. Ты доволен? А ты все-таки подумай. Мне кажется, это будет очень романтично — объявить о нашей помолвке, юбилей отца. А мне кажется, это его праздник. И не стоит тянуть одеяло на себя. А ты все-таки подумай. Я пригласил вас сюда, чтобы обсудить ситуацию, которая возникла вокруг строительства на территории городского парка. Но в первую очередь я хотел бы извиниться перед теми людьми, которые так храбро отстаивали свою позицию, защищая парк. И мне было очень больно, что интернет-комментаторы воспользовались этой ситуацией, чтобы вылить столько негатива на беззащитных женщин. Болтун. Олег Евгеньевич, значит ли это, что вы готовы отказаться от строительства торгового центра в городском парке? Нет, не готов. А почему? Можете объяснить? Я так и знала. Если я откажусь, на этом месте построится кто-то другой. Но мы обсудили эту проблему с моей старшей дочерью.
И мы нашли решение, как можно минимизировать проблемы для экологии. Что? Конечно, это очень важно. Ты виделся с Лилей? Олег Евгеньевич, а подскажите, каким образом вы собираетесь? Она мне ничего не сказала. Во-первых, за счет точечной выкупки. А во-вторых, я обещаю, вместо одного спиленного дерева я посажу 3 новых. Скажите, пожалуйста, какое количество новых рабочих мест для нашего города обеспечит открытие вашего торгового центра? Мам, я дома. Мам, ты здесь? Лиля, прости меня, я плохая мать. С отцом тебе будет лучше, не хочу мешать вам, будь счастлив. Алло, пап, мне нужна твоя помощь. Вот. Лиль, ты только не переживай. Оля, она хоть и взбаломошная, но не безрассудная. Я уверен, что с ней все в порядке. Я понятия не имею, куда она могла уехать. Обзвонила всех ее подруг, бывших коллег. Никто ничего не знает. На нее это совсем не похоже. Мне кажется, я знаю, куда она могла уехать. В молодости, когда она сильно была расстроена или хотела подумать, она всегда сбегала в деревню. В дом твоей прабабушки. Я надеюсь, ты не ошибаешься. Поехали скорее. Поехали. Витя, ЧП. Груз пропал. Так. Я уже не помню, когда такое случалось в последний раз. Хорошо искали? Еще как. Проверили все возможные пути следования. Как в воду канул. Плохо. Плохо, Юра. Что за груз? По новому контракту. С сыном Александра Борисовича. Черт. Вот это катастрофа уже, Юра. И я о том же. Так, не паникуем раньше времени. Еще раз проверили все документы. Этот груз Лилия сопровождала. Она. Доверили дилетанту. Лучше б я сам это... Что ж теперь, поздно, поздно. Рой землю носом, но этот груз нужно найти, понял? Ладно. Мама, ты меня так напугала, не делай так больше. Ой, глупышка ты моя, все хорошо, ничего же не случилось. Чего ажиотаж подняли? Чего приехали? Как чего? Ты пропала. Куда, почему, непонятно. А как ты могла, мам? Оль, ты меня прости за ту историю в интернете. Я не хотел. Ну, я не думал, что так выйдет. Ладно. Видела твои извинения в телевизоре. И за все остальное. Вы простите меня за то, что я причинил вам обеим столько боли. Как ты мог так поступить с Парком? Ну ладно, наше прошлое для тебя ничего не значит. Ты все забыл. Я понимаю. Но Парк, ну он в чем виноват-то? Ну, я ничего не забыл. Еще не поздно все исправить. Но не все, конечно. Ты позволишь? А нужно ли? Столько времени прошло.
Мы стали другими людьми. Ты совсем не изменилась. Такая же красивая. Да нет, изменилась. И даже очень. Раньше бы я с тобой разговаривать не стала. Это точно. Мам, поехали домой. Нет, дочь, я останусь здесь. Пока. Мне нужно прийти в себя. Столько всего произошло. А это место всегда придавало мне сил. Здесь, в бабушкином доме, живет мое детство. Когда ты станешь повзрослее, ты поймешь, о чем я. Так что все хорошо, не переживайте. Я скоро приеду. Поезжай с отцом. До встречи. Зачем мы сюда приехали? Куда идем? Ну, я хотел тебе рассказать один наш с твоей мамой секрет. И мы почти пришли. Ух ты! Неужели такие еще где-то сохранились? Да, удивительно, что эта телефонная будка еще здесь. Именно сюда мы с твоей мамой бегали на первое свидание. Здесь первый раз поцеловались. Были молоды и счастливы. Она никогда мне не рассказывала. И я права. Поступил я с вами некрасиво, мягко говоря. Я ведь тогда не собирался от вас уходить. Просто как-то все закрутилось. Карина забеременела. А мама узнала и не смогла простить. Я себя успокаивал, мол, Ольга, она сильная, взрослая, она справится. А Карина была совсем девчонкой, она приехала сразу после школы поступать. В чужом городе одна. В итоге я испортил жизнь всем. Прости меня. Я ни в чем не виню тебя, пап. Спасибо, что привел сюда и рассказал. Мне действительно нужно было это знать. Меня вызвали? Да, вызывал. Срочно подготовьте бумаги по своему последнему грузу. Тот, который с компьютерной техникой. Что-то случилось? Да, случилось. Он пропал. Как? Вот так. Вот я и хочу разобраться. Сейчас, да, я мигом. Может быть, нужно что-то еще? Нет, все, что могли, вы уже сделали. Виктор Алексеевич! Виктор Алексеевич! Вы на склад, я с вами поеду. Лили, у меня проблемы и довольно большие. Мне сейчас не до вас. Мне 3 контейнера с компьютерами искать нужно. Я их отправляла, мне их искать. Лили, давайте сейчас не будем спорить, хорошо? Хорошо, давайте. Я поеду с вами. Так, выметайтесь отсюда. Не подумаю. Убирайтесь! Нет! Ради бога, черт с вами. Да, в машину села к нему. Угу. На склад. Искать груз. Да не волнуйся ты так, вылетит твоя Лилька отсюда, как пробка. Да, еще с такой репутацией не позавидуешь.
что, убедились? В Красноярск ваши компьютеры уехали. Все согласно накладным. А вот мягкие игрушки в Краснодар. Но это невозможно. Ну, такое случается. Не за всем можно уследить. Тем более без опыта. Я, может, и без опыта, но не сумасшедшая. И я прекрасно помню, куда и какой груз я отправляла. Ну сколько можно повторять? Я не считаю вас непроходимой идиоткой. Но все ошибаются, понимаете? Все. Согласна, никто не застрахован от ошибок. Но это не тот случай. Между прочим, вы сами видели документы, не забыли? Да я все помню, но я спешил тогда. Одним глазом взглянул мельком. Мог и не заметить. А я вам говорю, что и замечать нечего было. Послушайте, я и только я рискую своей репутацией, огромными деньгами и попадаю на судебные иски. Вы-то что психуете? Я психую, как вы выразились, потому что болею за свою работу. И мне не все равно, если вы попадете на деньги и потеряете свою репутацию. Смотрите, какая мы нежная. Он еще. Еще. Осторожно! Лили, вы как, целы? Ну, кажется, да. Черт. Что с вами, вы ранены? Порезался. Телефон разбился. Так, ну что, как-то надо отсюда выбираться. Готово. Что? Ну, просто вы так профессионально это делаете, как будто с поля боя 1000 раненых бойцов вынесли. Вообще-то я медсестра в прошлом. Да вы что? Вот вам и что. Ну, значит, мне с вами очень повезло. Теперь можете вызывать эвакуатор. Ну, если только с вашего телефона, мой-то непригоден. Сейчас. Абонент временно недоступен. Недоступен. А он, между прочим, с этой уехал. С Лилькой. А я тебе говорила. Ради ребенка никуда она от тебя не денется. Сейчас. Мне 24 года. Что, мне вляпаться в эти пеленки-распашонки? Вот проблема. Имел мне Аню или даже двух. А грудь? А живот? А растяжки? Ради любви можно потерпеть. Мам, какая любовь, ты себя вообще слышишь? Что за романтические сопли? Главное, удачно выйти замуж. В этой жизни всегда надо выбирать, дорогая моя. Если бы я не родила тебя, то твой отец с своими курицами так и сидел бы. Я в лучшем случае работала бы секретаршей. Хотя... Нашла бы другого, наверное. Черт, часы встали. Где этот эвакуатор? А который сейчас час? Вы недавно спрашивали, не хочу лишний раз смотреть, батарея садится. Берите, берите. Я с тех пор, как нашу собаку встретила, всегда побольше беру, чтобы на двоих хватило. Спасибо. Значит, вы медик? Угу. Вы полны сюрпризов. Да, жизнь полна сюрпризов. Со мной за последние дни столько всего замечательного произошло. Я встретила отца, с которым не разговаривала 8 лет. Подружилась с младшей сестрой, его дочерью. И пришла к вам на стажировку. А еще вы попали в аварию с начальником Самодуром.
и застряли посреди дороги ночью. Никакого не самодур. Я давно хотела вам рассказать. Мой отец... Игорь, я не могу сейчас говорить. Я попала в аварию и жду эвакуатор. Игорь, у меня разряжается телефон. Ой, разрядился совсем. Ну, отлично, отлично. Вы любезничали с Игорем и оставили нас без связи. Ничего я не любезничала. Любезничали. Никакой ответственности. Между прочим, вот так и с грузом вышло. Вы опять за свое? Я отправила его туда, куда требовалось. Да? И что ж он туда не пришел? Вы действительно самодур. И попали мы сюда не из-за меня, а из-за того, что кое-кто не желает отказывать себе в удовольствии говорить по телефону за рулем. Ну, естественно. У плохого работника всегда начальник виноват. А то, что я ваши косяки поехала решать, это вы тут же забыли. Ах так? И не ждите, что я пожелаю вам спокойной ночи. Мне очень-то и хотелось. Красивая, когда спите. Правда? Спасибо. Скорее бы отсюда выбраться. А вот, кажется, кто-то едет. Надеюсь, это за нами. Эвакуатор вызывали? Вы что, через Владивосток сюда ехали? Ну, извините, заблудился. Да эти туфли старая коллекция. Не стала я их покупать. Все, перезвоню. Виктор Алексеевич, вас все потеряли. И Юрий Иванович, Александр так, Борисович... Так, все потом, Ника, все потом. А кофе мне сделай, пожалуйста. Да, секунду. И Лили тоже приготовьте. Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Доброе утро. Так, через 15 минут пусть Юрий Иванович ко мне зайдет. Угу. Совещание у нас в котором часу назначено? В 12, кажется. Угу. Перенесите на после обеда. Хорошо. Вы сейчас едете домой, отдыхаете, к совещанию вернетесь. Будем решать, как груз возвращать. Нельзя мне никуда ехать. Ну, это же я вам сейчас не совет даю. А как ваш руководитель определяю план действий на день. Вначале отдых, потом совещание и все остальное. Ясно? Ясно. Только я ненадолго к себе зайду и поеду. Отлично. Спасибо, Ник. Ваш кофе. Спасибо. Ева, привет. Ты не представляешь, что у нас тут творится сейчас. Я тебе все подробно расскажу, только не перебивай. Они приехали утром в одной машине, представляешь? Значит, они вернулись вместе в 10, да? Ну, где-то в 10. Вот же стерва. Кстати, ты не знаешь, что у него с телефоном? Я все еще не могу до него дозвониться. Не знаю, он у себя в кабинете сейчас. Поняла. Жди. Скоро буду. Да, мама права. Пора применить экстренные меры. Сюрприз. Привет, Ев. Да, через 20 минут, да, в конференц. Ага.
Куда ты пропал? Я так переживала, не могла бы тебе дозвониться всю ночь. Что? А, слушай, да у меня мобильник просто разбился, и, ну, я не мог позвонить. Ев, послушай, у меня многомиллионный груз на 4000 километров в другую сторону уехал. Я сейчас не могу отвлекаться, ты меня извини, ладно? А что с рукой? Ну, я же тебе говорю, мобильник разбился. Так лучше? Гораздо. Ев, ну правда, очень много работы, через 20 минут совещания, я... Ну так отмени, Зай. Котенок, у меня большие проблемы, понимаешь? Большие. Помимо этого, я в аварию попал и всю ночь не спал. Давай дадим мне поработать, ладно? Ну. Работа, работа и ничего, кроме работы. Может, и со мной ты только потому, что мой отец заказывает у тебя перевозки? Что ты сейчас сказала, Ева? Знаешь что, Витенька? Иногда даже самой терпеливой женщине надоедает ожидание. Так, послушай. Послушай. Алло. Да, я все. Раз пока накладные у меня, я принесу их вам. После обеда. Хорошо. Да, до свидания. Где же она должна быть? Где-то здесь. Ева, что случилось? Что ты ищешь? Вот она. Так. Она у меня получит. Чертова тихоня. Ничего не понимаю. Как же так? Почему грузы перепутались? Неужели я ошиблась? Почему это все происходит со мной? Значит, у Лили есть ухажер, женатый, Игорек, и вывезли его домой. Не, на работу отвез. Это я удачно такси вызвала. Везите. Да, и отправь им страховки на весь транспорт. Да, конечно, все сделаю. Добрый день. Добрый день. Я не опоздала на совещание? Нет, вы первая. Проходите. Виктор Алексеевич, вы должны мне поверить, я полдня над документами просидела. Лилия, а почему опять в этом... В платье? Да. Вы в курсе, что офисные сотрудники обычно предпочитают деловой стиль одежды, а это что? Вы сказали... Ты. Что... Ты сказал. Я думаю, что после того, что мы пережили вместе, пора переходить на «ты». Ну как, я не могу. А я не могу смотреть на тебя в этом платье. Очень сильно. Отвлекает. Да, пусть заходит. Хорошо, спасибо. Так, ну что, давайте решать, как возвращать перепутанные грузы. Хорошо бы еще узнать, за чей счет? Вон, наконец-то вышел. Точно? Обижаете. Угу. Думаю, на этом мы распрощаемся. А не накиньте еще тыщенку за вредность. Вам хватит. Жаль.
Ну что ж, спешу откланяться. С катертью дорога. Игорь, я не ошиблась? Надеюсь, что нет. Что нужно от моей скромной персоны столь восхитительной даме? Я Ева, младшая сестра Лили. Она мне очень много про вас рассказывала. Да неужели вы верите, что Красноярск с Краснодаром можно перепутать? Но вам это как-то удалось! Ну а почему нет? Если две накладных подряд заполнять, название-то похоже. Я вообще-то в школе географию изучала. Значит, плохо изучали. Лилия, я вам обещаю, мы во всем разберемся. Вы идите. Если какие-то вопросы возникнут, мы вас вызовем. Какова, а? Юж, зачем ты так? Она переживает. Переживает? Да что ты вообще не знаешь? Может, ее конкуренции подослали? Да у тебя знаешь, сколько недоброжелателей? Вон, у Бориса с Евгеньевичем их еще больше. Но груз-то нашелся. О, но цель-то уже достигнута. Компьютер находится на краю земли, деньги утекают, клиент недоволен, репутация подмочена. Ну, она вся в белом, не виноватая я! Так, все, хватит, хватит, Юр. Надо разбираться, как груз вернуть. Нашелся уже хорошо. Ник, а что за переполох сегодня в офисе? Да новенькая не успела к работе приступить, уже махинациями занялась. Груз налево отправила. Это как? Серьезно? Угу. Ну все, провода я поменял, можешь включать. Спасибо. Но ты Ника язва та еще. Я тебе не верю, ну не такой она человек, чтобы мутить за спиной у начальства. Подумаешь. Еще раз, ты вирусов наловишь, я расскажу руководству, что ты в рабочее время в обезьянью ферму играешь. Карина Игоревна, прошу прощения, ну, сотрудник неопытный, он не понимает, какой декор какому клиенту предлагать. Сотрудник неопытный? А вы на что? Эти безделушки, которые вы понацепляли, это же оскорбление. Хоть бы подумали, для кого торжество готовить. Карина Игоревна, но... Скройтесь с моих глаз, пока я эту вашу шарашкину контору не разнесла по кирпичику. Понял, понял, мы все исправим. Надеюсь. Первый раз встречаю такой отвратительный сервис. Категорически извиняюсь. Ты видела? Угу. Где их только набирают? Правду говорят.
Хочешь, чтобы все было хорошо, сделай сам. Да уж. Да, кстати, ты смотри сегодня сама Виктора не прошляпь. Уж его-то я вместо тебя соблазнить не смогу. Крутись как хочешь. Хоть в постель его тащи, но дату свадьбы назначь. Не переживай. Я Вите такой сюрприз приготовила, что он на всю жизнь о Лиле забудет. Да и ей будет не для того, чтобы в чужие семьи лезть и женихов уводить. Евочка, я тебя умоляю. Будь осторожнее и ничего не испорть. Хорошо, мам. Не переживайте, ребят. Как только ваши компьютеры прибудут, сразу их отправят по месту назначения. Только обязательно по воздуху, чтобы побыстрее. Понял, понял. Сделаем все в лучшем виде. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо! Спасибо, ребят. Приезжайте к нам на лыжах кататься. Всего доброго. Ну что, вроде потихоньку выплываем. Как думаешь, удастся минимизировать потери? Ну ты что, Борисович, что ты не знаешь? Он же из нас в любом случае всю кровь выпьет. Да. Ого, так, все. Остаешься на хозяйстве. Для меня сегодня рабочий день закончен. Что, на юбилей к будущему тестю? Ну, к тестю, не к тестю, но юбилей ехать надо. Тем более, что мне ему сегодня еще сообщать, что груз, от которого будущий контракт зависит. В Красноярске, да, тот еще подарок. Ладно, желаю тебе остаться живым. Давай, давай, Ер. Я же заказывала королевские креветки, а вы что нам подсунули? Карина Игоревна, войдите в мое положение. Накладка вышла, во всем городе нет королевских. А кто в мое положение войдет? Мы сделаем скидку 10%. 15%. Я подумаю. А вы поторопитесь и не забудьте поменять декор на столах. Что за безвкусица. Ребят, дубль есть? Да, у нас все было. Жену бы сними. Галстук сбился. Как не вовремя. Никуда не уходи, сейчас вернусь. Представитель прессы, прошу пока не снимать, а пройти на фуршет в столовую. Благодарю за понимание. Угу. Зал еще декорируется. Знаете, как это бывает? В последний момент обязательно кто-нибудь оказывается не готов. Ладно, бывает. Ребят, пойдем. Молодец. Ты у меня просто королева. Да, спасибо. Не волнуешься? Нет. Ну что? Да, БМП. Ну, что означает без малейшего понятия. Багов я не заметил, вредоносных программ тоже. Остается одно, что кто-то из юзеров, пока тебя не было, стер твои данные и ввел другие. И что, теперь ничего не докажешь? Да не боись. Бердан, то бишь Винчестер, он все помнит. Просто главное знать, где искать. Виталик, ты уж постарайся, у тебя же не голова, а компьютер, на тебя вся надежда. Сейчас я кое-где еще посмотрю. Аллочка, рада видеть. Привет, Паша. Спасибо большое, спасибо, Аллочка. Проходите, проходите, пожалуйста, проходите, располагайтесь. Хорошо выглядите, да? Стараюсь. Ну что, так. Ну, здравствуйте. О! Ох, наконец-то. Ну, я думал, не придете. Спасибо. Привет, моя хорошая. Прекрасно выглядит. Спасибо. Поздравляю, дорогой. Поздравляю. Спасибо, друг. Как самочувствие? Вполне сносно. Надеюсь, завтра увидеть тебя у себя в клинике. Как завтра? Я думал, мы все же съездим в Доминикан. Вы, дорогая, Степану не терпится вскрыть мою грудную клетку. Степан, ты хочешь отнять у меня мужа? Наоборот. Я хочу вернуть его тебе живым и здоровым. Все будет хорошо. Ребят, проходите, проходите, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Вечер будет долгим. Спасибо. Спасибо. Не переживай. У него золотые руки, как говорят. Хотя я не уверен. Ну и как я тебе? Да вообще огонь. Я так переживаю. Сегодня все должно быть просто идеально. Переживаешь? Почему? Потому что сегодня мы с Витенькой объявим о нашей помолвке. Поздравляю! А вы что, помирились, поговорили? Нет, но это и все равно. Все будет так, как я хочу, вот увидишь. Даша, принесите нам еще вина. Сегодня мы празднуем.
Я буду подружкой невесты! За тебя! Ну все, танцуй. Вот тебе твоя история. Садись. Вот смотри. Это координаты, по которым ты отправлял груз. Угу. Вот, видишь дата и время? Вижу. Видишь? Здесь ты распечатывала документы, а координаты еще прежние. А дальше самое интересное. 10 числа в 13:15 в документ внесены изменения. А более того, пропал не один груз, а два. Ну, адреса поменяли местами. Конечно. В этот день, в это время, меня даже в офисе не было. Был обед. И мы, то есть я была в ветклинике. Я же говорил, все супер будет. Виталик, ты мой спаситель. Я рад, что я тебе помог. Все, я побежал. Угу. Катька, у меня такая радость. У меня есть доказательства, что это не я перепутала грузы. Что? Библия отца? Да, я пойду одна. И мне все равно, что Ева с Кариной обо мне подумают. Мне не до этого. Все, я тебе потом все расскажу. Мне еще переодеваться. Пока. 55. Да. Добрый вечер. Витенька. Карина Игоревна. Спасибо. Олег Евгеньевич, с днем рождения. Спасибо, дорогой. Рад. Так давно тебя не видела. Поднимись к Евочке в комнату, она еще не спустилась. А, чуть позже, Карина Игоревна. Мне с ней нужно серьезно поговорить. Но прежде, Олег Евгеньевич, можно вас на пару минут? Ох уж эти мужчины, а кто гостей будет принимать? Ну, не переживай. Все равно лучше тебя это никто не сделает. Так уж быть, но не больше 5 минут. Да. Что случилось? Да случилось раньше, сейчас уже почти разрешилось. Брус? Он самый. Отправлен по месту назначения. Но маршрут мы уже отследили, людей предупредили. Осталось дождаться его возвращения. Да, Виктор, не ожидал тебя такого. Сам не ожидал, Олег Евгеньевич. Юра грешит на стажера, на Лилию. А ты? Я не знаю. Всякое бывает. Разбираемся. Вот что тебе скажу, Витя. Ты, конечно, разбирайся. Нужно понять, что к чему. Но за Лилию я тебе ручаюсь. Это я к тебе ее направил. Удивили, Олег Евгеньевич. Настолько хорошо вы знаете, что можете за нее поручиться. Очень хорошо. Она моя дочь. Папа! Лиля? Привет, доченька. Поздравляю с юбилеем. Спасибо, моя хорошая. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Проходи, пожалуйста. Ну что за Олег Евгеньевич? Виктор Алексеевич, можно вас? Прошу прощения. Я нашла. Я могу доказать, что я не отправляла груз в Красноярск. Вернее, отправляла, но другое, предыдущее. Их просто перепутали адреса, понимаете? Так. Извините, волнуюсь. Ну? Наш сисадмин Виталик восстановил все данные. Вот, смотрите. 10 числа в 13:15 были внесены изменения. А 10-го в обед мы с вами были в ветклинике, понимаете? Лили, во-первых, мы с тобой на «ты» перешли. Угу. А во-вторых, почему ты мне не сказала, что Олег Евгеньевич твой отец? Я не хотела протекции. Хотела, чтобы все было по-честному. То есть скрывать имя отца, по-твоему, по-честному? Я хотела рассказать все тогда в машине. Это казалось неважным. Но какое сейчас это имеет значение? Ты понимаешь, что в офисе есть человек, который хочет тебе навредить? Сейчас намного важнее понять, кто это. Правильно?
Хорошо, я передам их нашей службе безопасности. Пусть разбираются, кто у нас злоумышленник. О, наконец-то. Еле тебя отыскал. Игорь, а что ты здесь делаешь? Игорь, а я вас наслышан. А я Виктор, новый Лилин шеф. Ну, а я, как вы понимаете, ее будущий муж. Что, с каких-то пор? Виктор, извини, Игорь хочет мне что-то объяснить. Что все это значит? Лилечка, только одно. Я люблю тебя и не могу без тебя жить. Я тебе в сотый раз повторяю. Мне это не нужно. И тебе тоже. Мне это просто необходимо. Да что ж такое? Это просто невыносимо. Как ты вообще здесь оказался? Меня пригласила твоя сестра. Мы с ней давние знакомые. Ну ладно, недавние. Если тебя пригласила Ева, развлекайся, пожалуйста. Только оставь меня в покое. Желательно навсегда. Да подожди ты, а? Лилин! Лилин, да я не хочу без тебя развлекаться! Ты представляешь, я захожу, и они там стоят. Я не пойму, что мне думать. Не может быть. Напитки желаете? Что это у вас, коньяк? Угу. Отлично, давайте два. Ты можешь себе представить, эта выскочка всерьез решила увести у меня жениха? Ну, что ты будешь делать? Да ничего. Она мне этот вечер надолго запомнит. И не только она. Представление начинается. Ев, давай присядем и поговорим. Хотя сейчас не время, но... Да, ты знаешь, уже поздно. Я не настроена разговаривать. Может, тебе хватит? Нет. Сегодня я хочу веселиться. Ев. Раз, два, три. Дорогие гости, я вас всех рада приветствовать на юбилее моего папочки! Но у нас сегодня еще один маленький праздник. Мы с Витей решили объявить о нашей помолвке. Когда свадьба? А это мы спросим у жениха. А мы сейчас отойдем в сторону и обсудим это выступление. Ев, что ты вытворяешь? Что? Я беру на себя твою роль. Ты понимаешь, что такие решения совместно принимаются вдвоем? Ты мое мнение хотя бы спросила? А ты что, против? А я считаю, ты сейчас не в состоянии это все обсуждать, понимаешь? Да нет, ты знаешь, я в состоянии. Если наконец-то нашел время поговорить. А кто это у нас здесь? Лилечка! Образец для подражания! Всю жизнь об тебя спотыкаюсь! Лилечка у нас самая умная, самая ответственная! Лилечка то, Лилечка сё! Не устраивай сцену. Да нет, пусть все знают правду! За неимением собственного жениха решила спасть чужим мужем, да? Но Игорёша у нас не решился бросить семью ради Лилечки. Да, Игорёш? И тогда она решила увести чужого жениха. И не просто чужого, а жениха своей сестры. Я не знала, честное слово. Угу. И это все потому, что Лиля у нас привыкла брать чужое. И все началось с трех упаковок желтеньких таблеточек. А закончилось тремя контейнерами компьютеров. Компьютеров? О чем это она? Смотрите, если что, ваш контракт. Да подождите вы со своим контрактом. А ведь ты не можешь знать, какими они были. Может, они были розовыми. Может, это были ампулы, а не таблетки. Ты не можешь этого знать, если сама их не взяла. А я корила себя все это время. Думала, зря обвинила человека, с отцом не общалась. А ты все эти годы его обманывала, зная, что я невиновна. Да мы были дети. Это все было развлечением. Квест такой, понимаешь? Может, мы вообще это все потом в унитаз смыли? Ева! Ева! Что? Ты опять ее будешь защищать? Это ты взяла таблетки. Ну и что? Если бы она за ними лучше следила, ничего бы не случилось. Ева! Олег, ну в самом деле, ну взяла, не взяла, ну сколько времени-то прошло? Ты не понимаешь, что произошло? Да я сама бы их взяла, если бы точно знала, что могу этим отвадить ее от нашего дома. Это я? Какой же я
Идиот. Олег, что с тобой? Олег, мама! Олег, помогите! Олег, Евгений! Олег, кто? Вызовите что же такое? Скорую кто-нибудь! Ну, вот это я вовремя зашел. Ну, с возвращением. Что случилось? Ну, пришлось тебя немножко порезать. Но до свадьбы заживет. Обещаю. Никогда не думал, что у тебя плоский юмор. Лиля. Папочка. Вот нарушаю внутренний распорядок. Провел в палату посторонних. Здесь посторонних нет. Повезло тебе, Семенов, иметь в друзьях светило кардиохирургии. Цену себе набиваешь. Неблагодарный. Вот и спасай себя после этого. Ладно, пошел я обход проводить. Оставляю тебя в надежных Лилиных руках. Самых лучших руках. Сейчас состояние Семенова удовлетворительное. Его жизнь вне опасности. По телефону Олег Семенов заверил нашего корреспондента, что юбилей он все равно отпразднует, но уже в узком семейном кругу. Семейный скандал в доме известного бизнесмена Олега Семенова. Старшая сестра обвинила младшую в краже медицинских препаратов. Лилия Семенова оказалась невиновна, а сам юбиляр после ссоры дочерей с торжества отправился прямиком на операционный стол. Олег, вот тебе и отдохнула в деревне. Пора в город. Кончит. Со мной даже разговаривать не захотел. Мам, ну не плачь. Все трясется, отец же нас любит. Нет, все кончено, я знаю. Я слишком хорошо изучила его за это время. Он ждал ее. Ольгу. И она пришла. Да ладно. Да. Просто она не решилась войти, пока там была я. Это было так тяжело. Он ее не видел. Знаешь, у меня было ощущение, что я все время разговариваю с пустотой. Мам, ты себя накручиваешь. Он раньше всегда тебя слушал и делал так, как ты хочешь. Но любил ее. Когда я забеременела, она просто не оставила ему шансов. Выгнала. Если бы тогда у Олега была хоть малейшая надежда на прощение, все было бы по-другому. Мам, не плачь. Мы сильные. Мы справимся. Правда? Да. Ты права, дочка, да. Александр Борисович, это компенсация за моральный ущерб на имя вашего сына, конечно. Груз уже найден. Логистическая компания занимается его возвращением. Прежние договоренности о продаже техники остаются в силе. Не скрою,
С Олегом Евгеньевичем приятно иметь дело. Теперь можно вернуться и к разговору о строительстве. Не стоит. У Олега Евгеньевича другие планы, и торгового центра среди них нет. Ну что ж, надеюсь, он помнит, кто выносит решение по всем торговым объектам города. Безусловно. На память Олег Евгеньевич никогда не жаловался. Что-то мне не по себе. Мало того, что этот доктор, этот Франкенштейн, меня всего разрезал, так он теперь будет еще и дома на мне опыты ставить. Я тебе настоящий домашний стационар устрою. А то он что надумал? Отель. Что ты в нем забыл в этом отеле? Кто тебе там давление измерит? Горничная? Пап, мне на работу пора. Не забудь, пожалуйста, что вечером мы ждем тебя в гости. Конечно, конечно, солнышко. Не переживай. Этот Франкенштейн напомнит. Он теперь все обо мне в эпикриз записывает. До свидания. Счастливо. Да. Ну да. Ты это видишь? И Виталик подтверждает, что изменения были внесены именно в это время. Но тогда Лили не было в офисе. Она со мной ездила в ветклинику, понимаешь? Да, это похоже на правду. Я тут опросил людей. Нашлись те, кто вспомнили, что в этот день вокруг кабинета Семеновой крутилась Ника. Так. Я, кажется, начинаю понимать, откуда дует ветер. Подожди ты. Проверить надо. Ну, вот сейчас и проверим. Ника! Да, слушаю. Ника, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Минуту. Ну. Виктор Алексеевич. Ника, мы с Виктором Алексеевичем хотели бы кое-что уточнить. Ника, скажи честно, ты внесла изменения в документы Лилии? Что? Да я бы никогда, как вы могли подумать? А коллеги утверждают, что видели тебя 10 сентября в обеденное время, выходящей из Лилиного кабинета. Это полностью совпадает с информацией, извлеченной нами из ее компьютера. Ника, поверьте, у нас нет цели кого-либо уволить, либо возложить на кого-то вину. Мы просто хотим докопаться до правды. Честно? Да. Виктор Алексеевич, это то, что вы просили. Спасибо, Виталий. Ник, знаешь, что это такое? Нет. Это стертая информация о том, что вы поднимали документы о поставках товаров в Красноярск и Краснодар, чтобы внести их в Лилин компьютер. Я не... Я просто хотела помочь Еве. У нее сейчас вообще вся жизнь рушится. Простите. Ой. Ну и зачем ты меня позвал? Хотел поговорить. Ника мне во всем призналась. Тоже мне подруга. Но может, она и к лучшему? Ты же понимаешь, что я пыталась спасти не только наши отношения. Я пыталась спасти тебя от этой серой мыши. Не называй ее так. Обидели бедную Лилечку? Ты еще разрыдайся. Ефа, ты знаешь, я раньше не замечал, сколько в тебе злобы. Это я злая? Да я просто боролась за свое счастье. Или ты думаешь, что я должна просто безропотно смотреть, как она разрушает мою жизнь? Так ведь ты сама все разрушила. Ты обманывала, интриговала, поставила под удар мой бизнес. Ну это ладно, бизнес своего отца. Ну теперь ведь все уладилось. Все же хорошо. Прости меня, Витя. Ев, я не могу. Я ее люблю. Это ты меня прости. Слабак, неудачник и тряпка. Thank you.
днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогой папочка, с днем рождения тебя. Сейчас. Ну что, за стол? А тебе Степан разрешил торт? Ну, разрешил. Маленький кусочек. Нам больше достанется. Ну что, на здоровье? А помните, как я в детском саду норовила со всеми чокнуться чашкой, и заведующая вас по этому поводу вызывала? Да, я еще тогда объясняла ей, что это у нас такая традиция чокаться чаем, потому что в нашей семье не принято пить алкоголь. Но, по-моему, она тогда тебе не поверила. Нет. Ой, а как Лилика в прятки играла, помнишь? Ты залезла под диван и заснула. Мы тебя искали весь день до самого вечера. Так и не нашли. Так еще бы, а я просыпаюсь, темно, тесно, и не могу понять, где я. Что со мной, да, как я здесь оказалась. Ой. Девчонки, вы знаете, а мне ведь так давно не было хорошо и тепло. Я уже не помню, когда я последний раз так сидел. Давайте за вас, девчонки. За вас, мои хорошие. Что врачи говорят? Ну, что говорят, операция прошла успешно. Восстановление идет на удивление быстро. Такой динамики даже у молодых пациентов не наблюдается. Вам бы еще на реабилитацию. Ты прям как Степан. Будет реабилитация? Будет. Сейчас одно дело важное проверну и в лес воздухом дышать. Мне кажется, ведь ты приехал не здоровьем моим интересоваться. Мы с Евой расстались. Да уж. Ева моя дочь. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я ее люблю. Но тебя ведь тоже понимаю. Здесь моя вина. Олег Евгеньевич. Не перебивай. Я Еву избаловал. Хотел, чтобы она была счастливой. Она выросла. Не знаю, как сказать. Черствой, бесчувственной, эгоисткой. Это наша с Кариной вина. Есть еще кое-что. Я люблю Лилю. И надеюсь, что она отвечает мне взаимностью. Я понимаю, что все это, конечно, странно. Сначала одна сестра, потом другая, но так уж вышло. Да уж. Запутанная история. Да. Ну, ты знаешь, я мастер по запутанным историям. Скажу тебе, может быть, банальность, но не делай больно тем, кого ты любишь. Кто любит тебя. Не повторяй моих ошибок. Привет. Привет. Спасибо. Ну что, у меня хорошие новости. Наш многострадальный груз наконец-то добрался до Красноярска и благополучно отправлен обратно. Отец рассказал. Хорошо, что удалось его так быстро вернуть. А второй груз с игрушками? С ним все тоже в порядке. Я надеюсь, ты уже догадалась, что все это устроила Ника по требованию Евы? Угу. Я не знала, что вы сестры. Я тоже не знала, что вы вместе. Лиль, мне с тобой поговорить нужно. Серьезно. Да. Я думаю, нам есть что обсудить. Мы с Евой расстались.
обычно в таких случаях говорят, мне очень жаль. Но? Но мне кажется, вы не были бы счастливы вместе. Кстати, бухгалтерия просила передать, это твоя зарплата за стажировку. Правда? Да, конечно. Но только пропорционально отработанному времени, но все же. Спасибо. Да тебе спасибо, Лиля. Может, все-таки вернешься в компанию? Нам до сих пор нужен логист, а ты прекрасно вписалась в наш коллектив. Я слишком долго плыла по течению и боялась идти за мечтой. Теперь решила наверстать упущенное и поступать в медицинский. А, вон оно что. Желаю тебе удачи. Думаю, что у тебя все получится. Хотя моя эгоистичная часть очень этим недовольна. Почему? Потому что мое альтер-эго хочет видеть тебя ежедневно. Для этого не обязательно работать вместе. Ну вот, я и дома. Ну, ты все помнишь? Завтра у нас свидание. Помню. Обязательно? Непременно. Я пойду. Дочь, ну ты вернулась. Совершенно определенно я вернулась. Слушай, даже не знаю, как начать. Что случилось? Примерно полчаса назад приходила Ева. Очень хотела с тобой встретиться. Сказала, что будет ждать тебя завтра в 11 у дома на углу. Она не объяснила, зачем? Но она очень нервничала. Похоже, что у нее действительно что-то важное. Ева! Явилась. Ты счастлива? Ты правда хочешь это знать? Просто интересно, что чувствует человек, отобрав у другого мечту и надежду на будущее. Ты должна прекрасно это понимать. Именно так ты поступил со мной. Я была школьницей. Но сейчас ты не маленькая, а ведешь себя точно так же. Интересно, как далеко тебя заведет твоя жажда мести? Я не мстил тебе. И ты будешь готова лишить моего ребенка отца? Что ты сказал? Я беременна. Деточка моя, ну поговори со мной. Что случилось? Ева беременна от Виктора. Я знала бы, эту голыми руками бы интриганку придушила. Ах.
Что там еще? Ну что прячетесь-то? От меня не спрячешься. Я ведь слышу, как вы тут наверху топаете. Чего вам? Должок. Мам, где деньги, которые мы собирали? Тут не хватает. Вот это уже лишнее. Вот это я понимаю, как и договаривались. Точно и в срок. А то я тут ремонт сделал, и бац тебе, потоп. Ну я пошел. Расстраивайся так из-за этого Виктора. Эх, Лилька, учу-учу тебя, а толку никакого. Ты чего это? От того. Ты зачем своих логистов прокатила? Могла такие деньжищи зашибать. Опять ты за свое. Я уже говорила, ну не мое это. Я решила готовиться в медицинский. Черт, Виктор! Где? Ух ты! Да он красавчик. Вот и что мне теперь делать? Идти и поцеловать его. Кать, опять ты за свое. Нет, это не я, это ты снова за свое. Кать, если ты мне друг, помоги мне отсюда выбраться. Вот тронутая. Ладно, погоди, дай подумать. Вот что бы ты делала без такой подруги, как я? Значит так, выскакиваешь через мастерскую Львовича, садишься в какую-нибудь машину и адью. Катька, ты гений. Со мной. Что произошло, Лиль? Ну, открой, пожалуйста. Лиль, я не знаю, что происходит, но поговорила бы ты с ним. Понимаешь, категоричность – не лучшее качество. Я живой тому пример. Ой, ты моя хорошая. Любимая моя. Солнышко. Лилька, ну хватит кукситься. Смотри, сколько я тебе вкусноты назаказывала. Сейчас буду поднимать тебе настроение. Зря ты меня сюда вытащила. Ничего не зря. А как же пирожные? Послушай старую опытную меня. Поговори с Виктором. Что я ему скажу? Бросай Еву с ребенком и женись на мне. А я уверена, что именно так и скажу ему, когда встречусь.
Я всю жизнь презирала разлучницу, а сейчас готова такой стать. Но он имеет право знать правду. Только всю. Что ты, дура, любишь его. Просто не хочешь разлучать его с ребенком. А он сам выберет. Это ведь и его жизнь тоже. Ты мне сама рассказывала, что твоя мама не оставила выбора твоему отцу. Отправила его к Карине. А ты сейчас повторяешь ее ошибку. Да. Почему все так сложно? Ну не плачь, ну хватит. А ну-ка давай, все, соберись. Бери пирожное. Быстро. Бери. Давай. Так. За правду и за любовь. Олег, что ты задумал? К чему такая таинственность? Ну, без таинственности не будет сюрприза. А я его обещал. А еще долго? Мы уже давно не дети. Не забывай. Ну и нетерпение. Скоро. Совсем скоро. Фух. Готово? Олег, это будет прекрасно. Это для тебя. Для нас. Стой. Кажется, телефон забыла. Подержи. А, нет, нашла. Какое сегодня число? 12-е. Не может быть. Угу. Собака, сегодня. Катюш, я побежала. Стой, сумасшедшая, ты куда? Некогда объяснять, созвонимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я опоздала, мне казалось, сегодня еще оплачено. Нет, не волнуйтесь, все в порядке. Забрали вашу собачку уже, вот только что. Но вы, если поторопитесь, вы их еще догоните. Да, конечно, спасибо. Пожалуйста. Ну, как у тебя дела, мой красавчик? Не грусти, не грусти. Сейчас подождем, возьмем анализы и пойдем гулять домой. Я люблю тебя. Я знаю, что любой твой выбор сделает кого-то несчастным, но я бы не хотела, чтобы пострадал твой ребенок. Кто? Ах, вот в чем дело. Ева тебе сказала, что она беременна, так? Да. Эх ты. Ты что, не знаешь, что она мастерица врать? Так она не беременна? Ну нет, конечно. Доверчивая ты моя. Но я тебя такую люблю. Рада рядом. Рада. 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 Иди сюда. Ай, молодец.